Здорово, заебал. Здорово. Как дела? Всем привет. Так, подожди. Да. Что делаете? Как ваши делишки? Что вы? Что пришли? Что надо? Что надо? Что пришли? Ой. Бля, Windows 11 такая странная хуйня. Ничего не понятно. Ой, я проснулся. Ой, да, рассказывайте, как ваши делишки? Что вы делаете? Что делаете? Я пока завтракаю остатками вчерашнего вольного обеда. У нас семейная такая традиция. Вот, так что... Я немножко не выспавшийся, потому что кот ночью, короче, пришел в этот кабинет и запер себя. Вот, и сидел, орал. Если бы я не проснулся, он бы тут, наверное, всю ночь орал, не знаю. Вот, так что я немножко не выспался, потому что всю ночь какую-то херню кот делал. Вот, но я с вами. Всем привет. Глазки поправить надо. Так, что, какие у вас ожидания от сегодняшнего стрима, это раз. А во-вторых, что вообще у вас происходит, как выходные? Вчера свою сессию привели, пришел на твою смотри. Спасибо, спасибо. Я думаю, все будет просто, ребята, откинуться в первом раунде, и как мы пойдем дальше смотреть дома или что-нибудь типа этого. Так что можете делать ставки, кого убьют первым. Да-да, Дима, у меня примерно то же самое. Угу. Организуем, так сказать. За всю... О, Шаркушка, здорово, спасибо. Баночку держи. У нас как бы, ну... За всю, получается, ни разу никто, по-моему, не упал. Именно... А, нет, ну, собственно, был небольшой вайп в канализации, но никто не умер. А здесь, как бы, знаете что? Что за компания без вайпа? Тем более у нас предпоследняя сессия, так что... Опять же, она предпоследняя, если все будет, как бы... Она предпоследняя, если все будет, как бы, по моему сценарию. Если ребята сейчас скажут, что, а, все, нахуй, мы пойдем... плавать в море. Придется выдумать. Спасибо, Леночка. Спасибо, Владик. Спасибо. Вкусная, кстати, продукция. Идея. Как вчера посмотрели взгляд на знак Дик, Глеб, а на что ты рассчитывал? Можно вопрос? А, или это у вас какие-то эти, или у вас это какие-то стихи?
Так. Когда донат гол изменился на переезд в Абу-Даби? На прошлом стриме? Когда мы дома смотрели, по-моему. Это прошлое было или позапрошлое, не помню. Как-то так. Так, ну что, ребятки. Я думаю, что мы ждем еще пару минут и будем переключаться на ДНД. Забавный факт. Мы когда с Олей были в отпуске, она накачала нам в машину, чтобы не скучать, миллион различных квизов. Типа угадай песню, угадай фильм по фразе, угадай персонажа книги, угадай типа 100 вопросов по Гарри Поттеру или 100 вопросов по Звездным войнам и так далее. Вот. На удивление, Оля достаточно неплохо знает Гарри Поттера, Звездные войны и все остальное. И музыку мы поугадывали. Я просто тут сейчас песню заиграл, я все вспомнил. Вот, так что... Бомжур, здорово, Радик, привет. Можно музычку потише сделать? Давай сделаем музычку. Музычку подсыса. Вот так. Так нормально? Вот. Оля очень умная, это правда. Это правда. Так, короче, смотрите, сегодня у нас, я напомню, а в принципе они сейчас, я думаю, сами напомнят, что происходит, но, чатик, напишите, кто помнит вообще, что было в прошлый раз, кто насколько вот хорошо следит и запоминает, что там было вообще, что было, напишите. Сейчас проверим, насколько хорошо вы смотрите и запоминаете, и насколько вы можете мне напомнить, что было. Я напомню вам, что мы в прошлые разы собрали донат гол с вами на стрим с на стрим ДНД со стримерами, так сказать. Вот. Все забыли, сколько времени прошло. Урту нельзя пить. Монах подглядывал и получит по жопе. Куда монах подглядывал? Че? Отчисление игроков в банях, понятно. К монаху приставали. Нет, подожди, приставали к разбойнику, а не к монаху. Куда подглядывал монах, я тоже не понял, Нельс. Может быть, я отходил, ты там куда-то подглядывал? По-моему, у тебя был сфинкс. У тебя был сфинкс, который тебя просил тебе это самое подчиниться. В публичном доме, да-да-да. Все правильно. Не в клубничном, в публичном. Что я говорил? Я что-то говорил. А, мы собрали донат гол на ДНД со стримерами. Так что мы сделаем в ближайшее время. Я придумаю хороший какой-то интересный ваншотик. Вот, ашотик. Вот, на этом ваншотике у нас будет. По-моему, ты сам не помнишь. Не, Нельс, я все помню, конечно. Естественно. Ну вот, я придумаю какой-нибудь классный ваншот, и мы со стримерами, соответственно, согласился у нас чел, который работает на радио, я не могу запомнить, как его зовут, Оля позвала, как его зовут, напомните, пожалуйста. Вот, согласился вроде как Егор, и согласился вроде как Ислам, и Викей, да, точно, вот. Я еще попрошу Олю поучаствовать. И будет совсем замечательно. Вот. Придумаем какой-нибудь классный ваншот. У меня, Женя, да, спасибо. О, Артемка, привет, Калапандру. Вот. У монаха был Страпона Сфинкс. Урт теперь не всегда красив. Второй вор был не слишком вежлив, а паладин. Ну, паладин, понятно. Короче, смотрите, что я вам рассказывал. То, что я придумаю ваншот. У меня приедет в сентябре, насколько я понимаю, в начале сентября должна приехать кикстартерная книжка. А я заказывал, называется One Shot Wonders. Там, короче, 100 ваншотов каких-то прикольных, знаешь, вот они собирали прям 100 классных ваншотов, и они классные тем, что они типа на каждый ваншот это разворот. То есть там в книжках по ДНД, там, когда даже несмотря на то, что там ваншот, то у тебя это там может быть 5, 6, 7 страниц книжки. А здесь у тебя ваншотик будет на разворотике. То есть у тебя с одной стороны будет карта со всеми условными обозначениями, а с другой стороны коротко сюжет, что происходит, какие враги и так далее. Вот. И это очень удобно, и там в целом прикольные ситуации, мне понравилось. Прям вот соточка таких ваншотов. Я, может быть, если мы будем собираться в сентябре,
на этих, на стример. Ну, я на самом деле думаю, что мы соберемся пораньше. Вот. Я думаю, что все-таки постараемся в августе это устроить. Но потом, на будущее, можно будет еще из этой книжки что-то разыгрывать. Женя тоже недавно делал ваншот со стримерами. Ничего себе, с кем он делал? Рассказывай. Вот. Привет, блин, ты бороду сбрил, а я хотел твои фотки барберу показать, чтобы такую же бороду мне сделал. Подожди недельку или две, подожди две недельки, и он сделает тебе, Карл, сделает такую же бороду, все нормально будет. Спасибо, спасибо. Звучит очень круто, ты про что? Про ваншот со стримерами, да, надеюсь, будет круто. Страницы А3? Нет, А2. Такие есть вообще? Здорово, Флеймушка, привет. Ваншот идеально проводить по рулбуку постапокалипсис. Там система игроков сама подгоняет или ГГ. Прикольно. Прикольно, надо будет почитать. Но я просто не люблю постапокалипсис, Нелис, поэтому сорян. Ну что, пукники, готовы? Я только Софико знаю из тех, что ты написал, Артем, поэтому извините. Так, Тох, привет. Москва-Сити сегодня беспилотник прилетел. Слушай, я видел это говно. А, на стоянку? Вот, да, я видел. У меня подруга там живет. Она скидывала. Я просто не понял, что за видос. Я такой, типа, это что? Что у вас там взорвалось? А это вот что. Нифига себе. А, ты про книгу Kickstarter. Да, она еще и красивенькая такая. Я тебе потом покажу. Тебе понравится обязательно. Она прям, знаешь, такая мимимишная. Книжка прикольная, да? А ты что, знаешь, о чем я говорю? Прикольно. Или ты погуглил? Так, ну что? Народ подошел. Народ подошел. Я думаю, что можно потихонечку переключаться на мой DM-скрин, так сказать. Да? Где мой DM-скрин? Хо-хо. Так. Музычку мы выключаем. Включаем другую музычку. Так. Чатик, вы здесь? Так. Господа... Где ссылка на игру? Антон, ссылка на игру, как обычно, у вас должна быть сохранена. Она всегда одинаковая. Так. Опа. Где? А, да, опа. И опа. Приключенцы, вы здесь? Да. Здравствуйте. Всем добрый день. Отлично. Так, ну что, заходите в игру и напишите мне, когда вы, собственно, в нее зайдете. И я было, в процессе. Чуть было немножко не проебался с тем, кто где. Так. Чатик здесь, все отлично. Так. Это рулбук, механики интересные. На самом деле, сеттинги и игры можно проводить как угодно. Система сама, сама система мега простая. Ну и суть в том, механики, счетчики, видишь, что... А, окей, надо бы посмотреть. Так, я вижу себя. Вижу, что Кирилл зашел, но Кирилл не на сцене. А где нас? Почему Кирилл на сцене нет? Сейчас у меня прогружается. Прогружается. Все, я понял. Я понял. Я понял. Так. Получай жижа. Или как на стикере? Я не помню, как на стикере. Излечите панду в игре хотя... Блин, да панда, ты что, еще не выздоровел? Так, смотри. Кирилл здесь... Антон здесь. Ждем Нельса. Ждем Нельса. Денис, можешь не пытаться сказать не знак Дискорд делать. У нас нет ссылочки на Дискорд, чтобы никто лишний к нам сюда подключиться не смог. Не смог. Понимаете, не смог. Так. Оп. Включаем экранчик. Я напоминаю, ребят. Напоминаю вам. Что можно отправлять донаты на стрим. Можете делать какую-то пометочку, если я не пойму, что это типа игрокам. Можете не делать пометочку, но в любом случае
все ваши донаты игроки будут слышать. Чем больше сумма доната, тем громче они это будут слышать, но вы можете таким образом коммуницировать с нашей группой приключенцев. Вот, поэтому если вы отправите какой-то донатик, я его зачитаю, и игроки его услышат. Вот, типа в игре. Вот, так что пользуйтесь, если хотите что-то им подсказать, или если хотите что-то такое интересное провернуть с их геймплеем. Так, Алин, насколько я помню, ты у нас любительница кастовать разные штуки с помощью этих сообщений. Это так не работает. Ты можешь что-то им сказать, но ты не можешь написать, что отныне Урт ходит только на левой ноге. Я ему это зачитаю, но, типа, выполнять или нет, уже за ним. За миллион игроки оглохнут. Глебушка, за миллион я нахуй все это сворачиваю и уезжаю в Эмират. Завтра. И уже продолжаем оттуда. За миллион сейчас, знаешь, тут вылезет какой-нибудь этот дракон 40-го челлендж рейтинга и пукнет, и я всех убьет. Вот. Здорово, Пабло Эскобар, привет. Так, мы ждем Нельс. Нельс, ты здесь вообще? Ты в Дискордике? Да, я здесь. А почему ты не в игре? Потому что я никак ссылку найти не могу. А, ссылку, ребятки, поделитесь ссылочкой, а то Нельс сидит, молчит. Сейчас, секунду. Теперь Арантор не употребляет алкоголь. Почему? Почему Арантор не употребляет алкоголь? Я употребляю, не надо тут. Нет, не употребляет у нас Урт не употребляет. Почему Арантор-то здесь при чем? Вы что? А вот и наш замечательный монах. Так, скажите, когда у всех все прогрузится, и мы с вами начнем. А, шутка о требовании с доната, я понял, хорошо. Так, ну что, ребятки, давайте, вы скажите, когда, и мы начнем с вами. У меня все готово. У меня тоже. Ждем Нельс и начинаем. Ну что такое? 98. Да ничего страшного, сейчас прогрузится. Локация большая. Сделай тише Урта, пожалуйста. Ничего себе. Кирюш, скажи что-нибудь, пожалуйста. Говорю что-нибудь специально для Артема. Вот, все, отлично. Теперь, по идее, должно быть получше. Прогрузилось. Все, отлично. Через Дискорд... Музыку слышно, потому что у меня не очень. Музыку нет, она играет сейчас в другом браузере, не должно быть слышно тебя. Угу. Вот, ее слышно на стриме, но мы потихонечку ее заглушаем. Значит так, ну что, ребятки, напомните, чем закончилась прошлая сессия. В прошлый раз мы побывали у Донатара. Умереть. Запятой сами определитесь, слеж фразу. Прошли и не прошли его испытания. Двое прошло, двое не прошло. Так. Получили очередной камень. И за нами гонятся пираты. Не пираты, а вот эти вот моряки. Ага. Какие? Вот. Которые с корабля этого торговца или как его. Откуда, откуда вы знаете, кто за вами гонится? Ну, мы же у него камень стырили. Угу. Понятное дело, он. Угу. Вот. Понятно. Ну и они стоят где-то вот недалеко от нашей таверны. Понятно, понятно, понятно. Так, ну, я вам напомню, что прошлая сессия закончилась тем, что вы вылезли из портала, который вел из логова этого замечательного Занотара. Напомню, что у вас на данный момент есть три глазика, три камушка в виде глазика, который нужно вставить, собственно, в основной камень того самого Галора, чтобы он заработал и показал вам, где находится сокровище. Вы это помните? Угу. Да. Осталось только камень найти. Как нам сказали куку, когда мы вылезли. Чё куклу? Нам сказали куку, когда мы вылезли. Ну, образно куку, говоря. Куку, да. Да, да. Ну, в общем, вы вылезаете и действительно слышите неожиданно откуда-то сбоку от вас голосочек. Ку-ку, ёпта!
А вот и вы. И вы неожиданно видите, как из кустов поблизости выходит такой человечек, сбитый. Явно кожа такая у него, знаете, сухая вся, обветлившаяся. И понятное дело, что у него на поясе висит сабля. И всем своим видом он передает ощущение, что человек явно недавно был в море. Да, я же говорил, что они здесь. С другой стороны, из подворотни точно так же выходит морячок, довольно-таки тоже серьезного вида, со шрамами на лице и в повязочке. Он, я, к сожалению, не могу повторить, но он, знаете, вот так вот пальцы в рот засовывает и такой... И свистит, короче, очень сильно. Я не могу повторить, сорян. Во-первых, не хочу вас оглушать, во-вторых, вы поняли. И кричит, что типа... Эй, ну-ка, все сюда! Вы видите, как из-за угла дальше по улице показывается еще один их товарищ и спешит к вам такой, знаете, вальяжной походочкой, улыбаясь и держа руку на поясе в районе своей сабли. У него в руке какая-то веревка, которая уходит за угол дома. И судя по тому, что земля начинает так немножко потрясываться, вы примерно понимаете, что ждет. В этот момент сзади этого человека... На другом конце этой веревочки вылезает здоровая такая жирная, голая, уродливая тварюка с большой дубинкой, которую он тащит по земле в своем кулаке. И они начинают медленно так направляться в вашу сторону. В этот момент, я думаю, самое время бросить инициативу. Так, ну что, мы все бросаем инициативу. Правильно? Ну, а куда деваться? Это правильно. Так. Оп. Нет, сорян. Так. Оп. Подожди. Вот так мы делаем. И всем бросьте инициативу. А, так, Диего бросил. Ну, давайте, бросайте тогда за себя сами. Как? Заходите на вкладочку «Комбат», и там будет «Бросить инициативу». Отлично. Я думаю, что у меня за корявка такая. Так, оказывается, 4 всего лишь на все. Вот теперь вы должны слышать музыку. Есть музыка? Да, есть. Отлично. Мы хотя бы ходим первыми. То есть мы сейчас не сразу увидим. Откинемся. Сейчас увидим. А, подожди, сейчас Айрон кинет тоже инициативу. Вот. Вот это нормально. А, не, откинемся быстро. Так, и вот так. Да. Кто там ходит первым? Напомните. Я подожду в конце очереди. Подожди. Сейчас, нет, Огр... Подожди. Я неправильно за Огра нажал. Огр кидает с дисадвентеджем инициативу. Ну, правильно, вот. У него, соответственно, последний ходит. Так, ну что, ребятки... Все готовы? Нет. Начинаем тогда. Не успели вы опомниться от этого замечательного приветствия после того, как вы вылезли из канализации, как, собственно, эти ребятки к вам подбегают и пытаются, скажем так, свести с вами счеты. Мне кажется, у вас есть кое-что, что принадлежит нашему хозяину, не так ли? Говорит один из них и, знаешь так, пытается уколоть Арантора, который стоит рядом с ним. Сейчас, подожди, я открою вкладочку. Он пытается... Что у него там из оружия есть? Ну, у него вполне есть меч. И он так, знаешь, мечом тыкает тебя просто в грудь. Тыкает тебя мечом. Мы кидаем с вами замечательную атаку. Но... Арантор, будучи у нас ловким малым, явно уворачивается от этой атаки. Но поскольку у нас пират стоит рядом и у него есть мультиатака, то мы делаем то же самое еще раз. И снова неудачно. Арантор, будешь как-то реагировать на такие запросы от ваших неожиданных друзей / врагов, которых вы повстречали? Конечно, конечно. Я вытягиваю меч и говорю, что... Указывая на Урта,
вот эта вот жопка, конечно, принадлежит капитану, но я ее вам не отдам. Я оставил ее для монаха. Монах разворачивает, презрительно смотрит на тебя. А я смотрю, ты любишь пошутить, не так ли, тварюка? Говорит один из бандитов и начинает свое движение в вашу сторону, натягивая веревку между собой и троллем. Он подбегает к тому же самому Арантору и примерно то же самое пытается провернуть, но только на этот раз, сейчас открою, у него скимитар. Пытается ударить скимитаром и попадает. Давайте посмотрим, насколько. 6 очков урона у нас получает Арантор. Сейчас, подожди, пожалуйста. Значит, подбегает пират, и он, поскольку Арантор был повернут к другому пирату, который его атаковал первым, не совсем ты вовремя заметил атаку, и поэтому у тебя по плечу проходит такой скользящий удар, который оставляет глубокий порез у тебя сзади, в районе плеча, из которого начинает сочиться кровь, и явно тебе это неприятно. После чего... после чего из люка, я не буду имитировать голос Марины, или буду, не знаю, но в общем паладин, который стоял чуть сзади, явно недовольна всем этим, вот, и Марина решает приняться, скажем так, за решительные действия. Паладин делает блесс. Значит, ребятки, вокруг, на вас я не думаю, что это автоматически навесилось, но Диего, Урт и Арантор теперь находятся под блессом. Это эффект, типа, знаешь, благословения. Она вас благословила. Теперь при атаках... когда ты делаешь атакующий атак-ролл, то есть как, ну, не на урон, а на попадание, ты можешь кинуть дополнительный D4 и добавить его к своему результату. Вот. Это на попадание или на урон? На попадание. Угу. Так, она вас благословила. Теперь у нас кто ходит? Теперь у нас ходит Урт. Твой ход. На твоем месте я бы бежал. Я могу вас зарезать просто всех. Что-что? Да так, ничего. Там сзади есть очень классная кошка, через которую можно валить. Думаешь? Конечно. Не-не-не, ты оставайся и режь, я просто говорю, что я хочу делать. Я припрыгиваю, ну, или прохожу рядом с Аранторном. Так. Ты вот не сюда. Можешь, ну, по тебе будет совершена атака в партюнте, с тобой рядом враги, ты не можешь просто так отойти. Угу. То есть, ладно, тогда я беру свои 2 кинжала. Так. Смотрю яростно вот на того человека справа от Диего. Так. Так, говорю, вы свою мамку привели. Да. И накидываюсь на него. Как, ну, то есть, я беру лезвие вниз и вот пытаюсь воткнуть ему в 2 плеча, так скажем, кинжалы. Ага, то есть ты берешь свои... Понял, я понял. В этот момент у тебя в голове отчетливо звучит фраза: «Выжить нельзя умереть». Блять, осталось запятой определиться. Продолжай. Урт. Да. Ты у себя... Нет, ты, не... ты открой инвентарь свой и выбери оружие, которым ты атакуешь. Да, вот так вот. Теперь кидай, нажми на атаку. Просто уже ребята давно не дрались, забыли, как это делается. Отлично. Да. Отлично. Твой удар проходит, теперь нажимай damage и говори, насколько мне. Да прям на том же, мог наверху прям на том же damage нажать. Ну ладно, не важно. Да сейчас я. Так. Ну. А на второе попадание надо кидать или. А ты двумя атакуешь так... сразу? Да, двумя. Кидай на второй, хорошо. Попадание. Нет, на попадание не надо, кидай на урон сразу. Так, ну что?
Твои... Бля, сейчас. Твои кинжалы воткнулись прямо в грудь этому бандиту, и он падает на землю, отпуская свое оружие, которое отлетает в сторону, отпуская веревку, которую он держал тролля, точнее огра. Ты практически пронзил насквозь его сердце, просто в миллиметрах буквально прошел кинжал, кровь брызнула ручьем прямо тебе на лицо, на вашу одежду, попала на Диего, на Арантора, на всех вокруг. Вот. И благодаря этому пират просто упал и практически не шевелится. Он в одном телодвижении от смерти находится. Диего, твой ход. Свободным действием толкаю ногой вот заднего, короче, сзади меня, который стоит. Да, я вижу, где твой курсор. Ты его толкаешь куда? В сторону стены? Да. Так. Это получается... Ну, короче, опять соревнования, как обычно, по атлетике против того, чего он... Против чего он сопротивляется. Ну, то есть, либо он сопротивляется по акробатике, либо по атлетике, опять же. Он сопротивляется по акробатике. Но он будет кидать с disadvantage, потому что он валяется на земле. И все равно это неплохой disadvantage, я тебе скажу. Так, я никак не найду. Сейчас. Ты открываешь свой профиль. Нашел. У тебя список характеристик, тыкаешь на него и... Опа-на, нихуя себе. Вот это чел выбросил 18, но ты, тем не менее, выбросил 20-арик. Своим ловким монашеским пинком просто ты пяткой попадаешь ему в то место, откуда у него торчит кинжал Урта, вгоняя этот кинжал еще глубже ему в его тушку. И он откатывается в сторону, бьется о стену дома и, секундочку, получает последние критические повреждения, отправляется кормить рыб. Ну, наверное, его выкинут в море в будущем, но он уже может кормить крыс, так скажем. Молодчина. Это было свободное действие, у тебя еще есть. Сейчас посчитать надо чуть-чуть. Угу. Обхожу этого гнома, короче, с другой так. стороны. Какой добрый бандит животных кормит. Давай. Что тебе подвинуть? Ага. У нас же нету атаки opportunity, если ты обходишь, правильно? По-моему, нету. По-моему, тоже нет, давай. Могу наврать, конечно, точно. Не-не-не, по-моему, нету. Ты же не вышел из зоны действия, так. И основной провожу атаку, как раз таки двуручным мечом, по-моему. Двуручным мечом? У тебя двуручный меч есть? Не двуручным, а... Короче, двумя руками. Да. Так, красава. Так. Если что, я напомню, у тебя есть Bless. Можно докинуть D4, если что будет. Если ты промажешь. Нажимай атак. Нормально. Ты можешь, если хочешь, D4 сейчас еще докинуть и попробовать по нему попасть. Не хочу. Не хочешь? Но у тебя может получиться, я намекаю. Я понял, что ты... Не хочу, говорю. Не хочешь, я понял, ладно. Так, но твоя атака по нему не проходит, к сожалению, поэтому едем дальше, Арантор. Я поворачиваюсь к бандиту, который тыкал в меня мечом, и да. собираюсь тыкать его мечом в ответ. Так. Но сначала я буду использовать Steady Aim, вот эту вот штуку в чатике, наверное, видно, да? Да, вижу. Вот. И получается, себе advantage даю, так как не двигаюсь. Правильно. Вот. И теперь начинаю тыкать мечом его. И я напомню, что у тебя есть Bless, ты можешь еще D4 докинуть, чтобы попробовать. Ага. Ну, один раз или за эту битву? За ход. Угу. Так, с advantage. Так. И урон. И урон.
Так, неплохой урон по нему прошел. Ой, извините. Ты, соответственно, своим мечом бьешь наотмашь, оставляя очередной шрам на лице этого морского волка, который немножко корчится, но явно он привык к таким ранениям, поэтому он даже не отпрыгивает ничего. Он, поскольку он стоит около стены здания, он так одной рукой на здание оперся и возвращается в бой в ту же минуту. Еще что ты будешь делать? Все, я не могу шагать, потому что я себе адвантаж сделал. Поэтому, наверное, все. Так, окей, хорошо. Едем дальше. У нас ходит бандит, которого бил Диего. В тот момент, когда наш замечательный монах попытался двуручным мечом провести атаку по этому бандиту, бандит, скажем так, отошел в сторону, увернулся от этой атаки и проводит, скажем так, контратаку по нашему замечательному монаху. У меня плюс 2, если что, к этому, из-за того, что я проводил рукопашную атаку. К чему? Как он называется? От пассивки. К армор-классу. Но, к сожалению, ровно 16, у него ровно получилось по тебе провести атаку, поэтому... Сейчас. Поэтому он отошел, увернулся, но ты не успел убрать этот двуручный меч, поскольку он тяжелый. Ты не успел его как бы отвести обратно. Пират отскочил и тыкнул тебя так своим ножичком, вот так вот под ребро, так хоп! Вот так вот, перо под ребро. И в этот момент он такой, знаешь, немножко кряхтя, такой: «Камень отдайте, суки!» Вот так вот. 7 единиц урона тебе. Вот так вот. А следующим в этот момент, когда все это происходит, вы продолжаете ощущать, как трясется земля, и к вам подбегает, собственно, огр, у которого он чувствует, что у него нету этой самой веревки, которая его сдерживала. Поэтому он подбегает и с разгона как бы пытается пробежать. Он не пытается вас ударить, он как бы, знаешь, чаржится и пытается, ну, протаранить всех. Поэтому, пожалуйста, Урт, Арантор и Аэрон, бросьте мне... что, давайте декстерите. Вы пытаетесь отпрыгнуть от его... ну, если вы, конечно, пытаетесь отпрыгнуть. Я говорю, что Аэрон пытается отпрыгнуть. Что вы делаете, я не знаю. Если вы пытаетесь отпрыгнуть от его чарджа, киньте мне, пожалуйста, Constitution. Constitution? Не атлетику, не акробатику, именно Constitution. Не акробатику, декстерите. Сорян, акробатику. Так, так, Арантор успешно отпрыгнул. Диего не кидает, ты не стоишь у него на пути, все нормально. Урт отпрыгнул. Отлично. И сейчас у нас Аэрон тоже кинет акробатику. Где у нас акробатика? Вот. А вот Аэрон, к сожалению, не смогла отпрыгнуть. Сейчас. Так. Сейчас я пропишу формулу. И у нас она получает 9 урона от того, что у нас через нее просто пробежал этот тролль, откинул ее в сторону, она ударилась об угол дома. Вот. Все остальные ребятки отпрыгнули. Подвиньте себя на одну клеточку куда-нибудь в сторону от движения тролля. О, огра. Ну, да, я тебя здесь под крышей. Да, молодцы, да, все правильно, все правильно. Ну, Аэрон, соответственно, попала под его движение. Так, и после этого у нас ход переходит к опять пирату. Отлично. Пират, который у нас стоял, который тыкал Варантора мечом, улыбается, глядя на тролля, и говорит: «Ты думал, мы просто так эту хуйню сюда привели? Отдайте камень, блять!» И опять же своим мечом пытается тыкать своим длинным мечом. Очень длинным мечом. Пытается тыкать Арантора. Так. Он пытается, знаешь что, он тебя не атакует, он тебя пытается обезоружить вместо своей атаки. Кинь мне, пожалуйста, этот, силу. Saving throw на силу, кинь мне, пожалуйста. Если что, ты можешь прибавить свой bless к этому saving throw тоже, если у тебя не получится.
Советую прибавить. Советую кинуть Bless еще D4, если, если можешь. Потому что, да, не очень хорошо ты рольнул. Через слэш, да, ролл? Да, просто слэш, ролл D4. Или 1 D4, как хочешь. К сожалению, у тебя не получается. Пират ловким взмахом своего оружия выбивает у тебя из руки твою замечательную один из твоих мечей. То есть у тебя теперь один меч. У тебя было два коротких меча, а теперь у тебя один короткий меч. И меч отлетает куда-то в сторону и, знаешь, так в канавку небольшую падает. Но пират явно смотрит на тебя, улыбаясь, предвкушая, насколько проще будет тебя теперь бить. Айрон, который стоит рядом, явно понимает, что дело пахнет керосином, и этот тролль доставит вам немало проблем, поэтому она решает защитить вас. И она, Айрон, кастует на Диего щит. Кастует щит на Диего. И теперь у Диего есть щит веры. Вот. Ты получаешь плюс 2 к своему армор-классу. Именно на Диего? На Диего, да. Ну, она кастует на кого-то одного из вас, она выбирает Диего. И ход у нас, соответственно, переходит дальше к Урту. Смотри, за троллем же болтается веревка. Да. Я... Веревка болтается, ну, по направлению, как он бежал, да. Ну вот, да, я, получается, разбегаюсь, беру эту веревку и бегу вдаль вместе с веревкой и пытаюсь тролля за собой утащить, раз он... Покажи, куда бежишь, так. Ну, подвинь себя. Так. Ну, типа в эту сторону, да. А, хорошо. Ты настолько отбегаешь? Веревка длиной примерно 20 футов. Он спровоцирует атаку от гнома. От кого? Ну, от вот, который рядом со мной стоит. Он мимо него по диагонали пробегал. Получается. Да, да. Если ты будешь так бежать, то ты пробежишь рядом с бандитом, он тебя ударит. Подожди, сейчас я тогда... Ты можешь если я пробегу в другую сторону. Ты можешь в другую сторону бежать. Типа направо, а потом вперед, вверх точнее. Нет, ты можешь вот сюда побежать. Вот сюда. Налево. А, налево? Да. Если хочешь. Ну тогда он заденет Айрон и... Я просто тебе, рассказываю. А я могу побежать вот так все? Куда? Через Айрон? Ну а здесь другой пират, он тебя тоже ударит. Да он еще и Отогра спровоцирует атаку. Короче, урон ты все равно получишь, да. Нет, Отогра он не спровоцирует, потому что типа здесь угол здания, считай, он типа за углом стоит. Не, если он в сторону Айрон шагнет, а потом наверх. Нет, в сторону Айрон, да. Я просто говорю, что единственный вариант, чтобы тебя никто не ударил, это пойти налево. Ну, блин, Диего, ты готов принимать? Лицо Отогра. Ты не знаешь, что будет. Плюс у Диего как бы щит на нем висит. А, ну точно. Я беру веревку и бегу налево. Так. Ну, двигай себя. Так, ну нет, слишком далеко, я говорю, 20 футов Отогра. Все, стой там. Хорошо, ты берешь веревку и пытаешься убежать. Что-то ты еще делаешь, потому что ты отбегаешь на расстояние, веревка натягивается. Ну, я тяну эту веревку, чтобы Огр побежал за мной. А, кинь, пожалуйста, мне свою силу. Атлетика получается, да? Нет, прям силу. Не атлетику, прям strength. Да. Веревка натягивается, поскольку она закреплена. Веревка, она как бы она закреплена за шею Огра. И все, что ты умудряешься сделать с такой проверкой, это привлечь его внимание. Он поворачивает голову к тебе, потому что понимает, что веревка начинает натягиваться. Он поворачивает голову и такой: Зоб-зоб. Все.
Получается, все, Диего, твой ход. Nice move. Nice move. Да. Напоминаю, что Диего, на тебе висит Bless и щит на тебе висит. Танкуй. Ну, получается тогда, короче, а своей основной атакой я толкаю гнома. Если что, да-да-да. Через угол здания куда-то сюда, короче. Вот, вот сюда вот. По диагонали, получается, от себя. Ты толкаешь гнома по диагонали от себя, так. Да. Так, это плечика опять-таки. Так, а он тоже кидает, что он хочет, да, правильно? Да-да-да. Хорошо. Так, отлично, получается у тебя его толкнуть. А ты просто его толкаешь, он урон, соответственно, не получает. Да, 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 просто. Насколько он отлетает, не помнишь? На 5 футов. На 5 футов, так, да, хорошо. Толкнул его, это бонусное действие было? Основная атака. А, основная атака, хорошо, так. Без урона ты просто его от себя оттолкнул. Да, 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 это получается вот как-то, блин. Почему я опять себя не могу? А, потому что у нас ход не переходит, поэтому я... А, нет. Ход сейчас... На тебе сейчас ход, да. Куда тебя подвинуть? Скажи, я тебя подвину. Я не знаю, почему ты не можешь себя двинуть. Вот рядом с Айрон. Ага. Да. Поскольку это считается безоружной атакой, и этот как его... я произвожу вторую атаку бонусным... А, хотя нет. Я, короче, трачу очко Чи на этот, как он называется... На? На уклонение. Дочь, короче. Подготавливаешь уклонение, уклонение. Да, да, да. Все атаки против меня будут совершаться дефодвадожем. Хорошо. А ты. У тебя есть счетчик очков Чи? Счетчик очков Чи. Да, есть. Только где он, я не помню. Ну, уменьши просто на один. У тебя в. А, так, ресурсы. Вот у тебя есть. Нашел, нашел, нашел. Понял, да? Да. Угу. Отлично. Вот, Миша. Хорошо. Так, дальше у нас ходит, соответственно, Рантор. Твой ход. Я хочу переместиться вот в другую сторону от этого пирата. А как ты переместишься? У тебя, ну, тебе ты не можешь. Ты не можешь пройти через него, и ты не можешь пройти. Ну, там, как ты пытаешься пройти? Я могу его, знаешь, как вот нанести удар и либо поразить его и пробежать, как бы развернувшись, ну, знаешь, как в танце или что-нибудь такое, вот, да. И оказаться с другой стороны во время удара. Попробуй. Так, но сначала я... А, не, тогда disadvantage, точнее, advantage не накину, так как двигаюсь. Тогда просто удар. Так. И... Оно работает еще вот это вот благословение? Да, работает. Тогда благословляюсь. Мы в танцах. Так. К сожалению, вы не в танцах. Твоя атака не попадает по пирату. Он, ты пытаешься его как бы наотмашь ударить, а он в этот момент приседает, поскольку он успел. И, ну, он увидел твою атаку, предугадал, подсел немножко под нее, и твой меч попадает по зданию, которое стоит сзади него, и отскакивает от него. Что ты еще будешь делать? У тебя бонусное еще есть. Ну, у меня есть бонусное на то, чтобы... Подожди, пожалуйста, я просто тебе, ну, на секунду, я, ну, как бы, знаешь, без этих, без... поскольку мы давно не играли, я напомню, что у тебя, ты как бы разбойник, и в данный момент рядом с твоей целью стоит дружественный персонаж. Ну, может быть, тебе это о чем-то скажет. Ну, да, у меня есть этот sneak attack, но это атака. А чё ты не использовал sneak attack-то? А я дурак. Ну, я понимаю. Напоминаю. Он бонус 10, у него сейчас гораздо... Ладно, не буду подсказывать. Не, можешь подсказать, в смысле, вы в одной команде. Не понял, что значит не могу. У него, по-моему, хит...
хитрое действие или что-то типа того. То есть он бонусным действием сейчас сможет юзнуть как раз-таки этот отход или как-то Gunning что-то action. Того. И ну, я могу, и да, но мне все равно, я вот тут вот пройти не могу. Тут же вы... Тут на доступное есть... место через меня будет. Да. То есть плюс один, короче, за это. А через врагов пройти ты не можешь. Типа через меня можешь. Ты можешь пройти через Диего. Да. Ага. Окей, тогда я, получается, отхожу с помощью Disengage и не на 30, а на 15, да, тогда прохожу футов? Нет, смотри, там плюс один фут, по-моему, или что-то типа того считается за одно обозначение труднодоступной местности. То есть не 5 через меня, а 6, по-моему, будет. Вот в этом прикол. Типа? Типа 11. А, плюс один фут через тебя? Не, по-моему, да. Оно да. Труднодоступное... Я дурак, пояснил, так пояснил. Короче, переходи уже через него, ну... Это база. Все, я все. Перешел. Все, дизенгейджнул, да. Молодец. Так, на этом все? Угу. Понятно. Бандит, который стоял, которого Диего оттолкнул, он поднимается с колен к тебе и понимает, что что-то как-то дело пахнет керосином, потому что что-то ничего у них не получается отнять у вас камни, и решает... скажем так, взять небольшой перерыв и позвать на помощь. Поэтому он начинает от вас куда-то сматываться. Вот так вот. Следующий у нас ходит Огр. Огр в этот момент понимает, что какая-то херня тянет его за веревку вокруг шеи куда-то за угол дома. Ну, Огру это явно не нравится, и он не находит ничего... Я за подмогой, Огр, танкуй. Не находит ничего более умного, как взять за эту веревку и просто дернуть со всей силы в свою сторону, потому что ему не нравится, когда его тянут за шею. Пожалуйста, Урт, кинь, пожалуйста, мне атлетику. О, нихуя себе. Он дергает за эту веревку. Ну, давай, я тебе дам возможность решить, что происходит в этот момент, когда он со всей силы дергает за веревку. Поскольку ты прокинул. А что происходит? Я тяну в свою сторону. Нет, он дергает, он сильнее тебя. Ты кинул атлетику, поэтому, ну, не то, что ты можешь, знаешь, противостоять ему, но ты можешь, типа, там, знаешь, устоять на ногах, отпустить или еще что-то. Но, короче, он дернул сильнее, чем ты. А я, знаешь, я ногами упираюсь в, ну, брусчатку вот эту, и ее как выкорчевываю и тянусь в сторону тролля немножко. Хорошо, ладно. Тогда тролль просто чуть-чуть тебя подвинул к себе, но без какого-либо вреда для тебя. Так, отлично. В таком случае тролль... Огр. Огр не находит ничего лучше, чем в недоумении смотреть на то, какая маленькая козявка не самой приятной наружности почему-то не улетела в сторону от его могучего рывка за эту веревку. Окей, ладно. Тогда, скажем так, своим действием Огр берет здоровенную свою дубинку и, размахивая ей, целится прямо в голову Айрон, которая стоит рядом с ним. Так. Но Айрон, тем не менее, смогла отойти немножко в сторону, и дубинка ударилась на землю прямо рядом с ней. Потому что Огр такой, знаешь, немножко туповатый, у него немножко рассеянное внимание, и он такой этой дубиной по земле. Вот, Айрон просто так, знаешь, так легонечко отошла в сторону, такая. Дубинка ей ничего не сделала. Так, что, ходим дальше. Пират, который стоял рядом с Арантором, пригнулся, он вкусил вкус битвы, явно, знаешь, в небольшом таком ажиотаже находится, и с большой улыбкой на лице, размахивая своим мечом, пытается нанести большие увечья нашему замечательному Диего. Так, у меня сейчас, смотри, да. На меня Айрон накинула плюс 2 балла в КЦ, правильно? Так, да. Я совершал рукопашную атаку, еще плюс 2 КЦ, у меня 18 АЦ. И еще disadvantage, правильно? Потому что ты чи потратил. Да, еще disadvantage, да. И его атака проходит явно мимо тебя, поэтому он пробует сделать то же самое второй атакой, потому что у него мультиатака.
Когда он своим мечом, опять же, здоровенным, он не очень хорошо с ним владеет, он не очень хорошо им владеет, поэтому вторая атака, когда он, значит, он, знаешь, он махнул в одну сторону, ты присел. Он с этим большим замахом махнул в другую сторону, ты в этот раз подпрыгнул. И его меч попадает прямо в коленку огру, который стоит рядом с тобой. Потому что у него критический фейл был. А вот. И огр получает немножечко, так знаешь, совсем царапинку. На своей коленке небольшую царапинку получает от того, что его же товарищ махнул мечом по нему. И огр не то чтобы прям это даже как-то и заметил, если честно. Так. Дальше у нас ходит, собственно, Айрон. Дальше у нас ходит Айрон. И Айрон у нас... сейчас скажу, что делает. Так, это 1d6. Это 2d6. Отлично. Значит, что у нас... подожди, это 2d6, это 1d6, это у нас... Что у нас? Divine Favor? 1d4. Отлично. Айрон стоит рядом с Огром и решает призвать все свои последние силы. И, ну, знаете, она сдерживалась. Вы довольно давно вместе путешествуете, но она сдерживалась, прежде чем показать, на что она действительно способна. Поэтому Айрон делает следующее. Она атакует Огра. Сейчас мы кинем атаку. Где у нас инвентарь? Чем она? Она атакует своим, соответственно... ну, пусть она атакует палицей. У нее меч, который покорежен против слайма был, поэтому она атакует палицей. Она атакует палицей. Попадает. И следующее, что она делает? Смотрите, она делает дэмэдж. Она делает дэмэдж. 8. Но к этой атаке она применила заклинание смайт. Нет, почему 1d6? Ой, не тот, сорян. Я не этот хотел, вот этот хотел. Потратил спелслот не на то. Ладно, сейчас я сделаю, подожди. 2d6. Сейчас мы сделаем ролл 2d6. Класс, 2. Обидно. Из 2d6 выкинуть 2. Это, конечно, то еще. Короче, она кинула 2d6. Это вот это вот, если вам интересно, сейчас. Короче, она наполнила свое оружие молниями. И вместе с вот этим вот 8 урона, который она нанесла, она нанесла еще 2 урона с помощью вот этого Thunderous Smite. И наносит 10 урона этому замечательному огру. Огр не ожидал такого, что ему по голове прилетело не только дубиной, но еще и какая-то молния в ухо ударила. Поэтому он немножко, знаешь, ошарашен и смотрит такой в сторону, типа, кто посмел? Но не то чтобы ему прям очень больно, но он начинает понимать, что какие-то эти козявки, знаешь, немножко они умеют в драку, скажем так. Шла 10-я по счету игра, паладин начал играть как паладин. Дим, я специально пытаюсь показать, что умеет паладин, потому что она этим до этого не пользовалась. Давайте, следующий у нас после Айрон, у нас ходит Урт. Я хочу попытаться залезть вот на эту крышу. Я же могу это сделать? Он не слишком высокий дом. Конечно, можешь. Вы по этой крыше сюда добежали, если помните, в прошлой сессии, так что можешь попробовать залезть. Кинь мне по атлетику. Акробатику. Там я. Ну. Ты не то что залезть на крышу, у тебя адреналин играет. У тебя просто, знаешь, такая вот прям пыл битвы. Ты предвкушаешь победу над этим здоровым троллем. Это все наполняет тебя такими эмоциями, что ты не просто залезаешь на дом, ты запрыгиваешь. То есть ты даже не лезешь, ты просто в один прыжок на крышу. Давай. Отлично, а я атаковать могу сейчас? Или... Можешь. Все, что хочешь, можешь. Я вот разбегаюсь. У тебя это было в рамках движения, так что у тебя еще есть несколько бачков движения, если хочешь подойти поближе, например.
Я прям разбегаюсь в тролля, ага. Целюсь ему в голову, так. Двумя кинжалами, как я втыкал их в разбойник, а также в тролля, вот в глаза, где куда-то целюсь. Так, хорошо. Давай, хорошо. Кидай мне атаку с преимуществом, потому что ты находишься выше, чем тролль, ты еще и с разбега. Кидай атаку с преимуществом. Так, ну ты явно попал в цель. Теперь кидай урон с обоих кинжалов. Так. Так, отлично. 9 урона с твоих кинжалов. Ты прыгаешь на спину этому огру. У тебя не получается воткнуть прям сразу в глаза, поэтому ты прыгаешь ему на спину. Садишься, скажем так, ему на спину. И оба кинжала вонзаешь ему в то, что у людей обычно называется трапецией. Вот, ты прям туда вонзаешь с двух сторон два кинжала, вот так. Вот. У него довольно толстая кожа, но ты видишь, как начинает литься кровь из его шеи. И огр, скажем так, немножко взвывает. Так, это 9 было, да? Хорошо. Это было 9, отлично. Он взвывает и начинает мотать головой из стороны в сторону. Кинь мне, пожалуйста, еще раз атлетику, посмотреть, удержался ли ты у него на спине или он тебя скинул. К сожалению, ты, ну, потратил все свои навыки на то, чтобы запрыгнуть ему на спину, и он, мотая головой, скидывает тебя в сторону, но ты как бы приземляешься рядом с Айрон, все нормально. То есть, но он тебя скинул, ты больше не у него на спине. Так, что у нас дальше? После Урта ходит Диего. Так. Короче, пытаюсь проткнуть прям в области плеча пирата, который стоит рядом со мной. Так. Мечом. Своим мечом пытаешься... Ну, понял, хорошо, проводи атаку. У тебя есть возможность кинуть Блэс? Давай. И... к сожалению, ты тыкаешь мечом, но пират, опять же, вы видите по этому пирату, что он явно более опытный в боях, чем его друзья, один из которых валяется рядом мертвый. Он просто, не то что играючи, но без особых усилий поворачивает просто корпус, и твой меч проходит прям, знаешь, вот вдоль его корпуса и... Сейчас. Богам стало жаль бедного тролля. Они хотят помочь монстру и откинуть ауи атакой врагов на один клетку. Я понял. Меч проходит вдоль туловища и вонзается в стену около этого пирата, к сожалению, не нанося ему никакого урона. У тебя есть еще какие-то бонусные действия или бесплатные, или еще что, или чьи можешь потратить? Трачу еще одну чьи. Так. И, короче, совершаю две рукопашные атаки по нему же. Две рукопашные атаки, давай. Да. Ну, первая это как в грудь, а вторая просто под дых, короче. Так, давай. Усилять немного. Окей. Ой, это не то. Это не то. Давай. Вот так. Да что такое? Так. И вторая атака. Угу. Понятно. У меня, Мяучик, спасибо тебе большое. У меня вопрос к знатокам из чатика. Блэс же, типа, он же работает на все атаки, правильно? То есть, Диего, ты же... По-моему, он тебе дает одну кость, которую ты можешь применить, когда хочешь. Все, я понял, тогда Блэса у тебя нет. Но, если честно, просто в порыве боя этот пират просто уворачивается от всех твоих атак, ты понимаешь, что он просто, ну, не так прост, скажем так. Обе твои атаки по нему не проходят. А, Блэс на все атаки работает? Окей, тогда можешь прокинуть Блэс еще раз к каждой из этих атак. Каждый раз, когда... Вот, я понял, да.
Да, D4. Я понял. Тогда можешь к обеим. Так, хорошо. Это, так, это какой ты кинул? Первый или второй? Подряд. Первый, второй. Так, хорошо. Второй кидай. Бля, что у тебя с роллами? Ну, вторая проходит. Да. Так, но смотри, второй удар все-таки достигает цели. Куда ты бил ему? В лицо? Поддых. Поддых. Получает небольшой урон. У него сбивается дыхание, но не то, что какие-то сильные повреждения он получает. Так, Арантор, твой ход. Я подбегаю к Диего и этому пирату. Так. И пытаюсь его опять нашинковать мечом. Ну окей, одним оставшимся. А при этом у меня, да, вот как хорошо напомнил, идет, получается, что у меня тут features. Sneak attack. Да, sneak attack, то есть у меня с advantage. По-моему, там не только с advantage. Один еще... Один D6 ты можешь дополнительно делать. Угу. Но ты также... Ну, да, окей. Понятно. А Блэс будешь кидать? Конечно. Угу. Подожди, это точно тот Блэст? Просто Блэст шутовский действует, именно одну кость дает только. Ну, Нельс, я говорю, что в чате пишет. Просто не совсем понятно. Короче, Арантор, я не знаю, что с вами, ребят, происходит, но вы никак не можете попасть по этому пирату, потому что ваш меч проходит просто мимо. Он точно так же просто отходит в сторону. Знаешь, как фехтовальщики. Просто он такой хоп, хоп, хоп в разные стороны. И твоя атака тоже проходит мимо. Чел слишком скилловый. Да. У тебя есть еще какие-то бонусные действия или еще что-то? По-моему, нет. Я подошел, я ударил. Сейчас, подожди, пожалуйста. Так, сейчас. Так, окей, хорошо. Бардовский и магия — это разные эффекты. Блэс, который магия дает кость на все атаки, пока не закончится эффект. Вот, так что это не вдохновение, это блэс, который на все атаки, пока эффект не закончится. Эффект не закончится, потому что он действует одну минуту, а у нас типа 6 секунд один раунд комбат. Так, окей, Арантор тоже не попадает по замечательному пирату. После чего у нас ходит бандит, который бежит за помощью. Ну и, ребят, он как бы убегает, скрываясь за углом здания, и явно намерен привести подмогу. Так, следующая атака у нас Огра. Огр что у нас хочет сделать? У нас Огр целится своей дубиной прямо в Диего, но... Это такой, знаете, размашистый удар, что он заденет всех, кто стоит перед ним. Так что, ребятки, готовьтесь. Это такая, знаете, как сказать, это АОЕ-атака врагов на одну клетку. Он откидывает АОЕ-атакой врагов на одну клетку. Вот что он делает. Я так подмигиваю чатику. Оп. Вот. Кидаем. Ну, по мне обычная атака, но КД 16, ой, так, 18 подпружил. 13. Ну, что я могу сказать? Он своей дубиной наотмашь вот так бьет, но поскольку он в ярости из-за того, что у него кровь хлещет из шеи, промахивается по всем четырем целям. То есть он, знаешь, он немножко не рассчитал ваш рост, и над головами у вас вот так дубиной так вжух. Все, что он делает, это сбивает несколько черепичек и пару окон разбивает у стоящих вокруг домов. Вот в том тупике, в котором вы, собственно, находитесь. Какие-то, блядь, честно, какая-то комбат какой-то, никто ни по кому попасть не может. Это тролль из Гарри Поттеровского туалета, да. Так, что, следующий раунд комбата. Едем, пират, который стоит перед Арантором, Диего и троллем.
явно получает удовольствие от того, как проходит битва в его... как проходит битва. Он делает следующее. Он сейчас прокидывает... Сначала он прокидывает у нас замечательную акробатику свою. Отлично. Он отталкивается ногой от стены, которая сзади него, и с помощью этого пытается с двойной силой вонзить меч в Диего. Такой совершает, скажем так, пируэт. Кидаем лонгсворд. Сколько у тебя там? Что у тебя там по этому? АЦ 18. 18. До сих пор, блядь. Ну, с меня спало то этот как тот баф, который на меня вешало. Нет, баф не спал, но у тебя же чи висело. Помнишь, ты говорил, оно не спало? Нет, это disadvantage. А АЦ 18, потому что на мне баф, плюс я провожу рукопашные атаки. А, хорошо. Ну, значит, он, опять же, не попадает по тебе, ты отходишь. Сейчас, подожди, я посмотрю, попал ли он по Айрон, который стоит сзади тебя. Нет. В общем, вы вдвоем увернулись от его вот этого, знаешь, длинного выпада на его мечом. Но, опять же, из-за мультиатаки он атакует еще раз по Диего. Блять, что же с ним происходит? Он опять замахивается, ты опять отходишь в сторону, и он опять попадает по троллю. Бля, мне кажется, он сейчас сам тролля убьет. Все то же самое, чуть-чуть царапнул кончиком меча по руке этого тролля. Тролль этого даже не заметил. Едем дальше, Айрон ходит. У Айрон закончились спелл-слоты, все, что у нее остается, это просто своей палицей пытаться размажить этому троллю голову. Она замахивается и бьет по, скажем так, по голове. Но прежде чем это сделать, она видит, что тролль немножко, знаешь так, не стоит на месте. Айрон пытается проскочить у него между ног, чтобы оказаться за спиной этого тролля. Мы сейчас проверим акробатику. Отлично. Айрон проскальзывает под троллем, оказываясь у него с другой стороны, и проводит, соответственно, атаку своей дубинкой. Ух ты, неплохо. На целых 7. Бля, ребят, учитесь. Просто учитесь. Оказавшись за спиной тролля, она, размахивая вот этой своим мейсом этим своим, она просто вонзает его в копчик этому троллю. Чуть-чуть выше жопы. На что... Ну, она нашла кость, которая там вот эта копчиковая находится. И он такой, типа... Ну, тролль взвывает просто, выпрямляется и, ну, знаешь, начинает еще и назад оборачиваться. Короче, совсем в непонятках, крутится на одном месте, пытаясь понять, почему со всех сторон ему больно. Так, что, едем дальше. Урт, твой ход. Так, да, пока тролль не понимает, что происходит, я хочу попробовать проскользнуть мимо него и прервать, так сказать, битву вот этого моряка, испортить удовольствие. Так, что ты хочешь еще раз сделать? Так, хорошо. Бежать примерно сюда куда-то. Так, и хочешь ударить моряка? И хочу ударить, да, опять же, с двух рук моряка двумя кинжалами. Окей, так. Атакуем. Отлично. Ну, спасибо. Да, после того, как ты пробежал мимо тролля, но когда ты совершал вот эту свою атаку, пытаясь атаковать этого моряка, тролль, поскольку крутится на месте, он все-таки локтем тебя задевает. Ты немножко теряешь равновесие, и вместо того, чтобы атаковать пирата, немножко тыкаешь своим мечом вместо него в Диего. Кинь, пожалуйста, мне урон. Немножко получилось все-таки на 6 очков, поэтому твой меч вонзается прямо в плечо Диего. Хотя это была бы неплохая атака против пирата, но, к сожалению, ты немножко промахнулся из-за того, что тролль тебя толкнул, поэтому пострадал Диего. Хорошо, что это была какая-то не самая сильная твоя атака.
Молодец. Диего, будешь ему отвечать, твой ход. Диего уже начинает злиться, потому что что-то совсем ничего не получается. Причем ни у кого, в принципе. Вот. И... Кроме Айрон. Как-то она тут вас тащит. Айрон, как всегда, даже когда ее нет, она тащит. Когда Марины нет. Так. Восходящий удар вот по этому пирату как раз таки совершаю. Так, мечом. Снизу вверх, так. Своим двуручным мечом. Такой разрубающий, рассекающий снизу вверх урон. Ну. Я думаю, вы все сами понимаете. Че, ты не попал, что ты делаешь? Так этот, как он называется? Благословение. А, это Bless был. Так, да, хорошо, смотри, Bless. Ладно, попал. Если с Bless'ом, то попал. Умница. Так, кидай урон. Наконец-то. Я не знаю, ты можешь там добавить какие-то чи или еще что-то, чтобы усилить атаку, нет? Нет, у меня там база, нормальный бросок идет просто. Ну, твой рассекающий удар наконец-то находит цель, потому что пират был занят тем, что он ухмылялся тому, как Урт пытался ударить его, ударил тебя, и он потерял концентрацию и пропустил удар. Ты рассек ему его жилет, который был на нем, и оставил такой, знаешь, большой шрам через его грудь. Пират кряхтит и явно корчит гримасы, что ему не нравится. Он оглядывается и понимает, что вокруг него не осталось его товарищей, потому что один как бы помер, второй убежал за подмогой. И он явно начинает думать над тем, как бы ему, ну, съебать отсюда, потому что что-то не в его пользу складывается бой. И бонусным действием, произвожу рукопашную атаку локтем, короче, на отмах как раз ему в черепу. Сразу. Ага, отлично, так. Так, это вот. Бонусным действием рукопашная атака локтем на отмаш. На все атаки или нет? Блэс. Ну, в принципе, хватит, да. Ну и... К сожалению, нет, локтем ты не попадаешь по нему. Вот переходит у нас к Рантору. Я смотрю и угораю с Урта, который ранил Диего. Ага. Вот. Но все равно пытаюсь не отвлекаться и добить наконец этого пирата. Во-первых, я даю себе бонус, точнее этот advantage за счет вот, Steady Aim способности, так. И плюс 1d6 за счет Sneak Attack. Так. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, аж подожди, что ты там кинул? А я кинул с адвентеджем короткий меч. Ага, понял. Выпало 12. Сейчас, получается, Bless кидаю. И все. Так, подожди. Ты по пирату бил, к сожалению, опять не попал. Пират просто показывает чудеса какие-то у воротов. В этот момент, когда ты сейчас его атаковал, он с помощью пируэта толкнул Диего к стене, а сам поменялся с ними местами. То есть ты его бил, он избежал твою атаку и, знаешь, так вот оперся на Диего и проскочил на его место, оттолкнув Диего на свое место. Стража. Трауа. Отлично. Так, ну что, в этот момент кто у нас следующий ходит? Следующий у нас, собственно, ходит Огр. Огру опять не нравится, что происходит вокруг, и он делает то же самое. Он просто в ярости. Ну, у него уже меньше, как бы, знаешь, у него серьезные повреждения. Тролль находится в ярости и просто начинает крутиться и бить дубиной в разные стороны вокруг себя. Так, смотрим. Значит, сначала мы кинем одну. Опа-на. Критическое попадание. Первой же атакой тролль просто со всей силы лупит своей дубиной. Критом. Ой, блять. Это урон? Да, это урон. Можно не надо? Мне нравилось, как оно шло до этого. Чатик Iron... не помогает. Этот удар приходится по Айрон.
у которой ровно столько здоровья и было. Ой, а куда она делась? Улетела. Сейчас, я случайно ее удалил. Так, к сожалению, Айрон у нас падает без сил и будет делать saving throw. Bless у нас отваливается от вас, от всех из-за этого. Айрон стояла, как ни в чем не бывало, но вот эти вот атаки, тролль просто в ярости, знаешь, машет дубиной. И вот в этот момент он просто попадает, Айрон, прямо по туловищу и пригвоздил ее своей дубиной к стене, которая была рядом. Я не знаю, какие повреждения там у нее внутри случились, но Айрон просто падает без сил, без сознания на пол и будет кидать saving throw каждый ход. Следующей атакой он проводит против Урта. Не попал, Урт перепрыгнул через дубину. И теперь у нас пират, который стоит рядом с ним. А вот по пирату тролль попал. Так, опа-на. Ну, ребят, не просто так говорят, не серди дикого тролля, даже если он был на твоей стороне. Это поговорка такая есть в Waterdeep, если вы не знали. Вторая атака тролля в яростном порыве атак, она, скажем так, приходится по направлению сверху вниз, в сторону земли, и попадает по, соответственно, пирату. Лучше детей убрать от экрана, когда мы рассказываем о том, что случилось с этим пиратом, но я намекну, что некоторые части тела этого пирата оказались совсем не там, где находились до этого. Вот. Его разможило очень неприятно прямо о брусчатку, которая стояла. Не серди тролля, даже если это огр. Это правда. Так, ну что, Диего, готов? Диего действительно оказался готов, потому что последняя атака тролля вокруг себя в яростном порыве не принесла успех. Она, опять же, покоцала дом, разбила пару окон, но Диего умудрился подсесть под эту атаку. Так что молодчина. У нас начинается новый раунд нашей битвы. И раунд начинается с того, что вы слышите, как в конце улицы раздается топот и какие-то крики, явно, знаешь, враждебно настроенные. Они в конце улицы раздаются, пока что они вот только приближаются в вашу сторону. Урт, твой ход. Спасибо. Я предлагаю хватать Айрон и прыгать в ближайшее окно, вот это вот, например. Блин, да где оно? Вот. Они же разбиты, да, окна? Ну, уже, наверное, да. Да, это окно разбито. Ты что, ты хочешь отгрести от тролля просто так? Я напоминаю, что просто если вы отойдете от тролля, у вас будет атака of opportunity по вам. Но только одна. У него одно действие. Ну, кроме меня, я могу его увести за веревку, в принципе, попробовать. Потому что я далеко от него. То есть вы не хотите его добивать? Ну, конечно, нет. Это он хочет нас добить. Ну, там куча людей бежит как-то. Погоди, ну-ка, я быстро смерю улицу взглядом. Чё ты? Ага. Смерил улицу взглядом. Мы еще, в принципе, можем этот как немного повоевать с ним. Ну, на полтора хода, да. Навались, мужики. Ну, я... Тролль сейчас он на меня смотрит. Тролль довольно побитый, у него из плечей течет кровь. У него как бы порезы по всему телу, и глаза, знаешь, такие прям красные, налились кровью, потому что ему очень не нравится. Он смотрит сейчас на меня? Тролль ни на кого не смотрит. Он в ярости, знаешь, крутится в разные стороны, размахивая своей дубиной. Так, навались. Ладно, я пытаюсь бежать вот прям рядом с ним одним кинжалом. Ну, типа, порезать сухожилие на ноге, а вторым воткнуть спину и, типа, высоко, чтобы вскарабкаться дальше. Ага. Окей, отлично. Это требует акробатики.
Вот куда ты читаю. Ну. Сначала, прежде чем двигаться, прокинь сначала акробатику, а потом покажи, куда ты оказался. Окей. Вот куда-то сюда. Сейчас, Глебсек. Так, хорошо. Так, ты пробежал. Окей, ты попадаешь. Ты успешно провел свою атаку. И что ты хотел, сухожилие ему порезать? Да, одним кинжалом сухожилие порезать, а вторым в спину воткнуть, чтобы взобраться наверх, ну, начать. Окей, но ты провел атаку только одним кинжалом. Подожди, сник атак сделай. Да уже какая разница. Ну, D6 просто добавь к атаке и все. Ух ты, нихуя. А почему 2D6-то? А я не знаю. Я через Ника так сделал. Не знаю, почему 2D6. Прокинь, пожалуйста, 1D6. Просто 1D6 прокинь. Там, видимо, какая-то ошибка в формуле. Там, может, критикал просто нажал. Отлично. Ну, ты порезал троллю действительно сухожилие на ноге. Он на обеих ногах, я тебе даже так скажу. Он упал на колени. И за счет этого, вонзив ему кинжал в спину, ты просто опять же вскарабкался. Ты же на него хотел вскарабкаться, да? Да. Отлично, ты вскарабкался, ну, молодец, ты вскарабкался на тролле. Поскольку ты порезал ему сухожилие, и он упал на колени, он даже не может, знаешь, не может нормально трясти телом, чтобы тебя скинуть. Поэтому ты успешно вскарабкался прямо на него. После того, как ты это сделал, вы слышите... такой, знаешь, сигнал колокола, который раздается сквозь улицы, да, и крики каких-то людей: «Стража! Стража! Тролль! Тролль в городе! Стража!» Вот, и с другой стороны улицы, откуда? Да, блядь, не из откуда, здесь одна сторона улицы. С той же стороны улицы, откуда к вам до этого вы слышали какие-то крики, с той же стороны... Начинают, вы слышите, как, ну, знаешь, шум доспехов и вот такого духа все. То есть явно кто-то позвал стражу, и стража уже на подходе. Вот. Продолжаем разговор. Диего. Так. Лязг доспех. Да, блин, да почему? Почему я не могу себя перемещать? Давай я проверю. Нет, слушай, ну ты вроде и можешь управлять, все нормально. Ну, у меня вместо того, чтобы, короче, вот... О, подожди, а если так? Вот так. Да нет, не хочет. Ладно, вообще. Скажи, куда, покажи, куда тебя. Вот сюда вот. Так. И совершаю атаку как раз-таки по огру, по пузу, просто наотмашь. Наотмашь по пузу мечом, вот. Так. Да, лонгсвордом. Давай, критом его добей. Ну уж. Давай. У него, блядь, у него армор класс 11, как ты по нему не попал? Но да, ты, к сожалению, твоя атака, знаешь, не дотянулся немножко, не рассчитал дистанцию, не дотянулся. И трачу, бог с ним, последние чи, чтобы совершить еще две рукопашные атаки по нему. Так, давай, две рукопашные атаки. По пузу просто барабаню, короче. Просто знаешь, как эти, как у Люканга в Mortal Kombat. Так, давай. Так, раз. Так. Не-не-не, не надо второй атак ролл. Кидай просто сразу два урона. Ты первым попал. Если нет,
Так это вторая атака. А, это все, я понял. Это ты типа не двумя понял, это две разные атаки. Окей. Ну тогда одной ты попал, второй нет. На 4, правильно? Угу. Отлично. Ну, что, ты просто, скажем так, ударил в тролля, не то чтобы прям сильно как-то ухудшив ситуацию. Диего, у тебя в левой панельке что выбрано? Токен контрол или что-то другое? Может, поэтому ты не можешь? Слева значки такие вдоль экрана идут. У тебя самый верхний выбран? Токен контрол и... А, select токен, select таргет. Ну, select токен. А, все, ну тогда странно, ладно. Разберемся. Так, кто у нас дальше ходит? Дальше у нас ходит Арантор. Тролль на земле, да, сейчас валяется? Тролль не валяется, он на коленях стоит, опершись одной рукой на землю. Угу. Потому что у него порезанные сухожилия, он двигаться не может. Угу. Я пробегаю мимо него, подбегаю к нему, ну или даже чуть-чуть в сторону, да, и да, хочу да. наотмашь прорубить ему шею. Окей, целишься прямо в шею. Хорошо, давай прямо посмотрим. Так. Так. Угу. У тебя не очень хорошо с глазомером все сегодня, поэтому ты просто, скажем так, не, опять же, не рассчитал дистанцию, и твой меч прошел в 2 метрах от его шеи. Вот настолько ты не рассчитал дистанцию. Спасибо, что не по мне. Спасибо, что... Ну, ты не рядом, так что в любом случае было бы не по тебе. Я пытался. Ну, у него просто 5. У него 2 выпало, чтобы ты понимал. А, там типа в одном открыто, я понял. Все, значит, у нас теперь тролль. Он стоит на земле, опершись одной рукой, но дубиной все еще махать может. В яростном порыве, в одном из последних в своей жизни, я так понимаю, он дубиной целит Варантора. Ой, целит дубиной Варантора. Едва не попадает. Но, опять же, промахнулся, то есть он, знаешь, уже немножко не соображает, что делает. Он просто наотмашь бил, и ты с радостью пригнулся под этой атакой. Тролль просто истекает кровью уже на последнем издыхании, стоит на одном колене. Он даже, знаешь, не может орать, вот эти свои звуки издавать. Он просто тяжело дышит и уже все скулит от боли. Следующий раунд битвы начинается. Вы видите, как с конца улицы к вам в вашу сторону, практически уже прям рядом с вами, подбегает... Нет, не сюда. Практически уже рядом с вами подбегает группа еще бандитов из 4 человек. Но, к их удивлению, прям сзади них выбегает отряд городской стражи, который, немножко не понимая, знаешь, смотрит, что вроде как в конце улицы полумертвая здоровенная туша вся в крови, тролль, которая сражается с какими-то людьми обычными. Между ними стоит группа пиратов, явно настроенных непозитивно. И стража пытается понять, что им делать, кого хватать первыми, знаешь, немножко в непонятках. Сейчас, сек. И позади этой стражи, позади этой стражи, на улицу выбегает всем знакомый господин Хуюстус, который командует городской стражей. Он выбегает сзади как начальник этой стражи, но пока что он Урта не заметил, потому что Урта на спине у тролля. Вот, но еще чуть-чуть, и Хуюстус будет совсем близко. Так, что, следующий раунд комбата, ребятки, давайте. Враги все ближе и ближе. Давай, Урт, я оставил его для тебя. Специально не бил. Да, ну что я делаю? Я беру свои 2 кинжала и начинаю поочередно протыкать его очень быстро. Где-то в районе шеи или головы, там уже неважно куда. Просто начинаю тыкать. Сейчас, подожди. Секундочку. Сек. Так. Так, сначала у нас должна Айрон сделать этот saving throw. Это Constitution или просто у нас D20, кто-нибудь помнит? Mm.
В любом случае, она прошла. Все нормально. Так. По-моему. Просто до 20. Она прошла, да, давайте дальше. Все, теперь у нас, значит, ходит Урт. Давай, ты говорил. По-моему, это Constitution, но у нее должен быть этот спас-бросок на это разблокируем. Иначе просто до 20 будет без всяких плюсов. Ты будешь делать сник атак? А, не, все вспомнил. Там D20 плюс этот мастерство. Угу. Но она прошла. Да нет, да, 1, блин, я же говорю, просто не 2D6, там какая-то ошибка в формуле, 1D6 надо бросать. А, или подожди, или сник атак считается для каждого оружия, и типа поэтому ты 2D6 бросаешь. Я не знаю. По-моему, нет. По-моему, нет. А в любом случае... В любом случае, рассказывай, как ты это делаешь. Неважно, ты слишком много урона нанес. Рассказывай, как ты это делаешь. Ладно, я беру два кинжала и начинаю просто со скоростью. Ну, просто очень быстро тыкать ему в голову, там, в уши, я не знаю, куда-то, куда-то попаду. Я уже не вижу, куда, просто начинаю в мясо крошить череп. Так. Через пару секунд после того, как начался... Уроги на четвертом уровне, а он не четвертого уровня, он третьего уровня. После того, как ты провел эту атаку, на месте того, где была у бедного тролля голова, ничего не остается. А, на третьем уровне 2D6 сник атак. Нихуя себе, окей, все, отлично. Ну, тогда супер. Тогда Роги намного сильнее, чем они думали. Ну что, на месте того, где у тролля была голова, больше этой самой головы нет. Что у нас получается? У нас получается, что тролль падает без сознания. Абсолютно. Как скажем так, без сознания, без жизни, без головы, без всего, что прилагается к этому. Все, тролль падает, ваша битва закончена. Вы будете помогать Айрон подняться? Конечно. Какие ваши дальше действия? Потому что вы видите, как, ну, у вас есть, скажем так, еще по одному действию у каждого, пока до вас не добежали новые бандиты и новая стража. Я кричу, Диего, иди поговори со стражей и останови бандитов, и бегу к Айрон. Что, блядь? Помогать. Окей. Ну, иди договорись с ними. Так, хорошо. С бандитами? Охуенно. Так, хорошо. Да. Из нас всех Диего самый крепкий. Что вы дальше делаете? Ёбываемся. Что? Ёбываемся. Так, мы можем как-то стабилизировать ее, чтобы... Да-да-да, считай, ты ее стабилизировал. Стабилизируйте тролля! Чатик очень за тролля переживает. Так, давай. Сегодня тролль дня. Так, мне что-то кидать надо или просто? Не, допустим, ну, допустим, ты ее стабилизировал. Я разрешу в этот раз просто так сделать. Окей, я пока осматриваю ее раны и все такое. Урт, Диего, что вы делаете? Двигаюсь в проход, вот чтобы, короче, посередке в обе стороны закрыть. Ну, то есть, посередке, короче. Прохода вот слева, ага, сюда. Да, блин, реально никак не двигает. Вот. И меч на заготовку, короче, ну, типа. То есть вы решили сейчас принимать драку? Подожди, Айрон в сознании или нет? Ну, не в сознании, но вы, типа, ее держите. Типа, я в любом случае этот, как его, не собираюсь ходить соляно убегать. Ну, вы решите, что вы делаете? На вас бегут 4 пирата, сзади 4 пиратов, 5 стражников и 1 начальник стражи. Так, давайте, все, так, Нельс, Диего походил, а Рантор походил, Урт, что ты делаешь? Я беру, наверное, Айрон и пытаюсь в окно вот это затащить в разбитое. В какое?
Он, который слева от меня, который рядом со мной прям. Ну ты, если что, ты можешь тыкать, показывать. Левой кнопкой, да нет, левой кнопкой мышки просто тыкай, видишь, вот так вот, и, видишь, я делаю. Левой кнопкой мышки, типа, длинный. Я не знаю, у меня тачпад, он криво работает. Да ты просто нажми левой кнопкой и держи. Вот нажми сейчас. Как, знаешь, как вот щелчок. Ничего не происходит. Вон, Нельс, видишь, делает. Я делаю. Ладно, хорошо. А ты пытаешься туда затащить айрон? Да. Так, окей, хорошо. Допустим, у вас это получается. Арантор, ты с ними туда идешь? Я помогаю закинуть, да. Окей, хорошо. Вы оказываетесь просто в помещении, как бы обычный городской дом, в котором явно кто-то живет, но, судя по всему, хозяев дома нету. Или они убежали, услышав звуки битвы. Диего стоит один, бедный, на улице. На Диего бегут... ну если они сваливают, то я этот, как, на Диего бегут 4 пирата. На Диего бегут 4 пирата с криками. Вот, они бегут прямо на тебя, но добежав до угла дома, с кликами, ты понимаешь, что это был не потому что они подбежали ближе, ты можешь слышать, что это был не а это был бля. И они просто, знаешь, ноль внимания на тебя, заворачивают за угол и, короче, подожди, по съебам. Кто мимо меня вот этот вот пробегал, этот какого немного другой, я, короче, ему подножку пытаюсь подставить. Окей. Ну, по атлетике, короче, как обычно. Давай, получается. Давай, по атлетике. Ну, типа, ты кидай атлетику, он кидает акробатику. Ну, получается. Блять. Атлетикс. Так, ну тебе не сложно будет пройти, я думаю. О, еле-еле, окей, хорошо. Ты прокинул подножку с криками «Бля!» Он, короче, спотыкается от твою ногу, кубарем катится по земле, и об него спотыкаются все остальные, и тоже, знаешь, падают такой кучей малой. Вот. И за их просто, ну, за ними... Бежала стража, и она, значит, знаешь, подбегает к углу дома. Ты видишь, что они прям вот-вот уже, типа, их настигнут. Ты что делаешь? Потихоньку ухожу за угол этот, как у Крантора. Окей. Ты бежишь в сторону разбитого окна, куда скрылись твои ребята. В этот момент ты ловишь взглядом, что на тебя смотрит Хьюстус. И... Знаешь, он тебе так... Двумя пальцами от головы так, типа, честь отдает, типа, спасибо. Вот. Я ему в ответ подмигиваю так кратенько и в окошко. Окей, ты в ответ подмигиваешь ему, киваешь головой, типа, не за что, и скрываешься в разбитом окне, а стража настигает пиратов прямо за углом дома. Все, так, дальше. Хорошо, что Хьюстас Урта не увидел. Видимо, да. Да. Так, ну что? Вы все вчетвером оказались просто в обычном доме, который был в этом районе неподалеку, и что-то надо делать дальше. Айрон подлечить как можно? Ну, в смысле, ее к лекарю отнести или... Ну, есть зелье, да. Может, мы сначала погинем чужое жилище, господа? Да, вроде это нормально. Это наше жилище. Да, теперь... Мы победили тролля, нам, типа, можно... Вы можете, не знаю, отнести ее домой и этот long rest сделать, например. Ну, кстати, как вариант. Это ей восстановит, да, все? Да. Тогда я за такой план. Вы все за такой план? Ну, потихоньку. Ну, да. Ну, вы типа за углом, да. Вы не так далеко от своего дома, я могу вас просто туда, типа, перенести, типа, вы по улице дошли. Давай. Было бы славно. Окей, тогда вы все... Вот таким образом... оказываетесь у себя в таверне, где вы, соответственно, будете делать long rest. Открывайте своего персонажа, и там есть около... Там есть значок hit dice, и около hit dice нажмите L rest. Вот. Подожди. Все понял. Так.
Не здесь. Так, Лонгрест. Так, Урт. Я секунду, у меня что-то не работает. Давай я за тебя нажму, хочешь? Давай. Отлично. Диего, за тебя нажать? А, ты сделал. Все, молодцы. Так, ну что, вы оказываетесь у себя в таверне. Единственное, что, даже несмотря на то, что Айрон как бы отдохнул и восстановил здоровье, все равно у нее остались какие-то травмы, поэтому Айрон просит дать ей немного отдохнуть и говорит, что присоединится к вам чуть попозже. Пока что просит дать ей немного отдохнуть. Окей. Я обращаюсь к Урту и Диего. Так, что вы говорите? У кого из нас книга, которую мы у эльфа брали? Кто? Ни у кого. Она у эльфа. Ни у кого? А мы ее не брали? Да. Нет. Да, она у эльфа. Он же сказал, придите попозже. Тогда надо ее взять. Включай память. Поехали. Так, вы идете к эльфу, который вам обещал книжку? Да. Окей. Выходите тогда на улицу и... Да что такое? Вы идете? Сейчас вообще все лагать начало. Урт, ты идешь, да, за ребятами? Да, есть такое. Перемести меня, то это долго будет у меня. Это лагать начало. Я, по-моему, себя могу перемещать, нет? Ну-ка, попробуй. О, да. Хорош, что ты сделал? Я просто перезагрузил страницу, но из-за этого у меня теперь все лагает. Молодец, молодец. Так, ну что, вы к эльфу идете? Да. Молодцы. Так, отлично. Ну что? Вы приходите, соответственно, в жилище к тому самому эльфу, который владеет магазином всяких разных интересностей, который обещал вам найти в книжках значение того самого символа, которого вы видели через глаз наблюдения за одной из кукол. Вы заходите в жилище и видите, как этот эльф копается в каких-то полках, стоя чуть-чуть поодаль от входа. Он не совсем заметил, что вы зашли. Я подхожу немножко ближе и делаю... А? Что? А, да, это вы. Спасибо, что зашли. Я слышал какие-то крики на улице, боялся, что опять какой-то взрыв или еще что-то. Ой, неспокойное время живем, неспокойное время живем. А еще и вы с этой книгой, со своей дурацкой. Это как-то связано? Да я думаю, нет. Нет, все в порядке. Ах. У вас получилось что-то найти? Слава богу, слава богу. Да, да, я нашел. Я, честно, немножко не понимаю, зачем вам это нужно, но да, в одной из моих книг я нашел упоминание этого символа. Вы хотите приобрести ее? И он так, знаешь, из-под лобья смотрит на вас, намекая, что неплохо было бы заплатить. Я смотрю на Урта и такой, типа, кэш есть? Нет. Чё, нет? Если нет. Ты у нас единственный при деньгах. Не жадничай. Кэш или карта? Питаем и уйдем. Питаем и уйдем. Так, ну, что вы делаете? Да нам просто посмотреть. Ну, вы же понимаете, что в книгах так не совсем работает. Мы я прям в открытую, зелень, да? Громко начинаю говорить Урту. Да не жлобся ты, а этот, как его, поделись. Погоди, погоди, а мы же у него, где, да, брали зелье? Что вы? Мы у него брали зелье, да? Лечение? Да. Да. А, я хочу прокинуть убеждение. И я подхожу к нему и говорю: мы у вас покупали зелье и будем покупать его у вас. Нам нужно всего лишь посмотреть на обозначение этого символа. Не более того. Кидай persuasion. Всю книгу мы не прочитаем. Кидай persuasion. Ты бы в бою так кидал. Да если бы. Тролль, да, тролля бы... Ну, если вы обещаете только у меня покупать зелье в будущее и рассказать своим друзьям-приключенцам о моей лавке, то почему нет? Вы можете мне пообещать, что вы не будете покупать зелье у этого старика Заблоба? Ненавижу его. Если честно, нам он тоже не нравится. Отлично. Хорошо.
А, вот, можете пока поизучать книжку, которую я нашел. Он протягивает вам книгу, которая называется... книга называется «О экстрапланарных сущностях, дьяволах и прочих инфернальных тварях». Вы открываете эту книжку и видите, что прямо на обложке, изображен тот самый символ, который вы искали. Что вы делаете? Я смотрю дальше. Открываю ее и... Вообще, о чем там? Ну, оглавление и прочее. Ты смотришь, что в этой книжке рассказывается о различных дьяволах, каких-то, знаешь, культах, поклонениям каким-то древним, плохим, таким, знаешь, злым божествам хаотичным. И вот про все разные сущности, которые и ритуалы, которые вот этому всему сопутствуют. Я смотрю на Урта и Диего, и что думаете об этом? Братья твои? Ты это меня спрашиваешь? Но не монаха. Я так узнаю, я эту вижу книгу впервые. Что думаешь о символе, о том, что... об этих? Я недавно спрашивал бармена о как раз-таки подобных вещах. И что он мне сказал, что демонические сущности всякие и прочие лезут из колодца. Но лезть туда что-то как-то странно и страшно. А эльф на вас смотрит и говорит: я отметил в оглавлении статью, в которой упоминается этот символ. Если вы не хотите читать всю книжку, можете открыть ту статью. О, благодарю. Я открываю книгу именно на том месте. Что там? Вы все склоняетесь над книгой и видите статью, на которой в качестве заглавного изображения, собственно, вот тот самый символ и нарисован. Статья называется «Асмодей и его культ». Будете читать статью? Ну да. Ну, основные какие-то моменты. Хорошо. В статье написано, что Асмодей является королем ада. Он правитель 10-го слоя Баатора и является одной из смертоноснейших и наиболее зловещих сущностей всех планов. У Асмодея он безжалостный властелин всех 9 кругов ада, хранитель всех запретных неизвестных вещей, владыка... как это по-русски last, владыка похоти, влечения и всех вот таких вот вещей, связанных с желаниями. У Асмодея есть свой культ, который известен тем, что он представляет себя вот этим вот символом, который изображен в начале вот этой самой статьи. Вот. Написано, что если вы где-то услышите о слугах вот этого дьявола, то почти всегда они окажутся культистами, членами культа, последователями вот этого Асмодея. У него намного больше культистов, чем у любого другого архидьявола. И, вероятно, больше, чем даже у всех архидьяволов вместе взятых. То есть это один из самых таких популярных дьявольских культов. Они поклоняются своему вот этому богу Асмодею, потому что он для них образец вот этого могущества, притеснения и власти. Они используют в своих культах и различные ритуалы. В том числе отличительной чертой этого культа можно назвать то, что они поклоняются ему, всегда нося алые, такие багровые робы с золотыми масками и золотыми кинжалами. Это такие, знаешь, атрибуты культа, поклоняющегося Асмодею, потому что они в различных своих вот этих ритуалах используют вот эти вещи. Вот. Очень много известно личностей, которые поклоняются, скажем так, много известных личностей в различных городах этого плана. Они поклоняются Асмодею, по крайней мере, много слухов об этом ходит. Вот. И очень часто поклонение этому культу распространено среди, знаешь, там указано, что среди знати, всяких прочих богатых личностей, по той простой причине, что в качестве сделки, в качестве вот того обещания, которым
одаривает своих культистов Асмодея, он использует большие суммы золота. То есть в обмен на власть золота и какие-то статусы он себе в культ вербует, собственно, людей. Вот. Ритуалы включают в себя много вещей, там, жертвоприношения, какие-то просто заклинания или что-то подобного, но, в общем, там, жертвоприношения в основном самые распространенные. Вот. Я молча просто пока выхожу из этого, как он называется, из лавки. Ты выходишь из лавки? Ну, молча, да. Ага, хорошо. Остальные что? Я читаю и обращаюсь к Курту. Как думаешь, где нам искать этих культистов? Я не знаю. Ты же демон, ты мне не скажи. У меня предки демоны. Я сам полудемон, так что не надо. Я на самом деле думаю, что стоит сходить к Ренейру. Он у нас крутится. Он знает? Почему бы и нет? Но он знает больше, чем мы. Может быть, может он сам того. Ну, это мы и узнаем тогда. Где есть сатанист? Если он сатанист, это нам только на руку. Подслушивая ваш разговор, эльф, который, собственно, хозяин этой лавки, подходит к вам и говорит, что я тут ненароком услышал, что вы собираетесь искать этих самых культистов. Я не знаю, не говорите никому, что я распространяю такие слухи, но в нашем городе, я вижу, что вы здесь недавно, но, честно, каждая собака в нашем городе слышала о том, что, как бы это сказать, ходят слухи, что семейство Кассалантеров, оно у нас одно из самых могущественных в нашем городе, но так было не всегда. Несколько лет назад они были абсолютно разбиты и не имели практически ни гроша, а потом вдруг стали одним из самых могущественных семейств в нашем городе. Честно, завистники и многие другие люди поговаривают о том, что, возможно, у них какие-то делишки с каким-то культом, как раз и именно из-за этого они, ну, вы понимаете, вдруг так сильно поднялись. Но, опять же, это всего лишь слухи, но я, как бы вы были со мной так добры сегодня, я подумал, что стоит с вами поделиться этой информацией. Вот. Но опять же, прошу вас, никому не рассказывайте, что я такие слухи распространяю. Я поворачиваюсь к нему и легонько подмигиваю. Мол, согласен. Благодарю, сладкий. Разворачивайся. Эльф с небольшим недоумением так смотрит, типа, what the fuck. Я тоже выхожу. Так. Обращаясь к Диего. Как? Что вообще думаешь? И чего вообще вышел? Подумать вышел. Думаю, возможно, нам стоит заглянуть в зевающий портал. Может быть, что-то бармен об этом знает. Также у нас есть хоть какие-то знакомые в аристократии, это Гралкунды, но это все как-то... Ну, как знакомые? Нас попросили уйти. Ну, кроме, там, заправляет мадам. Мы сейчас узнали то, что, получается, Кассалантеры, да? Вот они могут быть связаны с культом. Я думаю, стоит их посетить еще. Так, и каков план? Просто заявимся к ним и спросим, не поклоняются ли они Асмодею? Ну, с Гралхундами сработало. С Гралхундами сработало, потому что их чуть не перерезали. Факт. Ну так мы перережем этих, как их там. Так. В общем, что вы если решаете? Мы сомневаемся, то я бы пошел к Ренейру и поговорил бы с ним. А потом уже к Кассалантерам. Отличная идея. Он, возможно, даже нас сведет с Кассалантерами. Может быть. А что еще? Может, к Хуюстусу заглянем заодно? Это не мы стоит. Оставим на тебе. Mm.
Так. Ну, пойдем. Ну, что, к Ренейру? Вы решаете пойти к... Куда? Еще раз. В портал вы хотите? Ну, получается, взывающий портал, потому что они там часто тусят, как раз таки Ренейр и Бола. Хорошо. Хорошо. Если хотите пойти в зевающий портал, то просто как бы вы знаете, где он находится, и вы спокойно по улице, соответственно, доходите до этого самого зевающего портала. Так, у вас прогрузилось? Да. Отлично. Вы приходите в зевающий портал, видите, что там все как обычно. Народ гуляет, пьет, расслабляется. На сцене играет бард Триструн, ваш старый знакомый. Ренейр сидит за барной стойкой и о чем-то болтает с барменом Дурнаном, который ему что-то подливает. И тем временем, знаешь, как обычно, полотенцем так вот, которое у него висит на шее, протирает какие-то чарки и кружки. Так, просыпаемся. Я подхожу к Ренейру. Так. И восклицаю такой: Ренейр! Привлекаю его внимание. Так. Он прерывается на полуфразе, поворачивается к вам и такой: о, друзья, что с вами произошло? Вы опять все в крови. Господи, вам пора прекращать искать на свою жопу столько приключений. Чем могу помочь? Прошу прощения, что прервал ваш разговор. У нас тут появилась парочка зацепок. Мы это можем же обсудить где-нибудь? Я оборачиваюсь, смотрю вокруг. Да, спрашивайте. У меня от Дурнана никаких секретов нет. Угу. Мы почти вышли на камень. Мы нашли 3 камня. И теперь ищем основной камень. Если ты понимаешь. Ну, ничего себе у вас новости. Спасибо, что поделились. Это классные новости. Блин, я честно все еще не верю, что это правда. Я слышал об этом только в легендах. Не знаю, что там мой отец задумал, но... Спасибо. Держите меня в курсе, да. Так вот, что мы пришли. Нам бы чуть больше узнать о Кассалантерах. О Кассалантерах? Да. Ух, а с ними-то у вас какие дела? Я чуть встаю, короче, и иду к столику, сажусь просто подальше. Окей. Диего абсолютно асоциальный такой тип. Кассалантеры? Что? Так, Кассалантеры. Что я могу вам о них рассказать? Так, ну, Кассалантеры — это семейство, одно из самых древних в Уотердипе. Как бы главами семейства сейчас являются Викторио и Амалия. Вот, они... Ой, я не помню, они уже много лет являются одним из самых богатых родов. Вот. У них была очень темная полоса одно время, я помню, буквально несколько лет назад. По-моему, где-то 5 или 6 лет назад они очень сильно прогорели и потеряли огромное количество денег, включая поместье, много своих реликвий потеряли. Но потом, опять же, никто не знает, почему. Что-то случилось, и вот 3 года назад они снова выкупили обратно свое поместье и начали постоянно устраивать приемы, балы и появляться на публике, и снова стали одним из самых влиятельных, самых богатых семейств в Уотердипе и, возможно, во всем плане. Вот. Что я могу еще рассказать? У них есть дети. У них есть дети, по-моему, 3 детей, я точно не помню. Да-да, у них есть 3 детей, но их очень странно, их не видел никто на приемах, никогда они не берут их с собой. Да, их детишек никто не видел. Так, что еще могу рассказать? Дайте-ка я подумаю. Да, наверное, все. Это вот основное, что я могу рассказать. У них очень богатая история, которой они гордятся. Вот, но
Я, к сожалению, не в курсе. Это надо, возможно, как-то у них самих спрашивать или еще что-то. Но вот что мог, что знал, что знал, то я рассказал. Я достаю камень, который, с помощью которого можно посмотреть через глаза куклы. Вот. Я могу заглянуть сейчас, что видит кукла? Да, ты можешь заглянуть, что видишь, что видит кукла. Что я вижу? Ты смотришь и видишь примерно то же самое. Ты видишь какой-то подвал, ты видишь решетку с цепями. Голос из шкатулки. Эти космонавты живут. Подожди, пожалуйста. Ты видишь прутья железные. Ты видишь какие-то... На стене, опять же, ты видишь красный гобелен с вот с тем же самым символом. И ты видишь какие-то тени, которые... Они напоминают щупальца, но не факт, что это они. В общем, знаешь, такой несколько тонких, переплетающихся вот таких вот теней. Вот таких вот. Вот. Uh-huh. Это то, что ты видишь. А также в этот момент ты слышишь из шкатулки, когда ты открываешь, как бы начинаешь пользоваться этим глазом, то из другого глаза, который как бы, ну, да, рядом голоса вам передает, слышишь голос такой вкрадчивый. Эти косолантеры, они явно живут в богатом доме. Будь я вором, обязательно бы туда наведался. Богачи любят всякие блестяшки. Вот. Ты говорил, что я тебя перебил? Я после того, как в голове появилась эта фраза про блестяшки, я смотрю на Урта, вот, и жду его реакцию. Ага. Я смотрю в стол. Не дождавшись реакции от Урта, я поворачиваюсь к Ренейру, даю ему камень, который, с помощью которого можно смотреть на куклы, ага, через... и говорю, посмотри и скажи, что ты думаешь об этом. Ренейр берет в руки этот камень, смотрит и такой, вау, фига себе, что это за штука такая. Я как будто не здесь, но вроде и здесь. Прикольно. Что? Я не знаю, это какое-то подземелье с каким-то символом? Что это такое? Что я должен? Я ничего не понимаю. Ты сейчас видишь то, что видит кукла, которая несла камень. Я думаю, ты знаешь о ней. Так. Вы рассказывали, да? Да. И она сейчас находится там. И, скорее всего, это дом косолантеров. Символ ты знаешь? Ты узнаешь этот символ? Нет, я никогда его не видел. Почему вы решили, что это дом косолантеров? Сейчас расскажу. Мы выяснили, что этот символ — это культ Асмодея. И, скорее всего, косолантеры с этим как-то связаны. Я понял. Да, я понял. Вы наслушались этих слухов. Я понял. Да, в нашем городе поговаривают, что косолантеры вернули себе могущество благодаря сделке с Асмодеем. Я знаю, слышал об этом, да, но это всего лишь слухи. Никаких подтверждений ни у кого не было. Дурнан, ты что-то знаешь о косолантерах? Он обращается к бармену, который стоял все это время рядом и чистил стаканы. Он такой, о косолантерах? Да, то, что ты рассказал, в целом, все, что я знаю. Единственное, ты сказал, что у них три сына, три ребенка. Я слышал, что старший сын, как его звали? Асвальдо, по-моему. Я слышал, что старший сын пропал 3 года назад. Как раз-таки после его пропажи и стала семья возвращать себе былое могущество. Я помню, потому что тогда вернулся из зияющего портала как раз из последнего похода. И эти слухи как раз активно ходили в городе. Вот, да-да-да, точно, да. Асфальдо пропал 3 года назад, и тогда косолантеры, собственно, и снова стали возвращать себе деньги и могущество. Вот это я помню. Но все остальное, в принципе, да, все, что ты рассказал. В целом, их вилла находится не так далеко отсюда. Она находится буквально в паре улиц. Если хотите, можете, не знаю, сходить проведать их. Они как бы
знакомы своим гостеприимством. Не знакомы, в смысле, имеется в виду, а знамениты. Я киваю Дурнану. Он кивает тебе в ответ и продолжает чистить стаканы. Я подзываю жестом Диего и Урта. Я не реагирую на жест и подхожу к колодцу этому. Стою, подхожу потихоньку. Так. Я под... В колодец не прыгай. Да. Не... Так, ну. Я случайно, я не могу его... Я подхожу к Урту, беру его за плечо и оттаскиваю к Ренейру. Да я не прыгать, подожди. Я наклоняюсь через колодец, кричу «Асмодей лох», типа. Не плюй в колодец, из него еще пить придется. В этот момент Дурнан смотрит на Диего и говорит: «Ты не представляешь, насколько ты прав. Эй, ну-ка перестань хулиганить». Это он Урту говорит. Но когда ты крикнул, ты слышишь, как вниз такое эхо, знаешь: «Асмодей лох». Никакого ответа? Ну, никакого ответа. Не то нажал. Плюю в колодец и иду в сторону моих товарищей. Ты плюнул в колодец, идешь в сторону товарищей и видишь, как Дурнан на тебя неодобрительно смотрит и покачивает головой так, типа. Так. Я поворачиваюсь к Диего и Урту и говорю, что... Ну, нам стоит посетить Кассалантеров. Вот, скорее всего, они с этим всем связаны, и пересказываю вкратце по поводу вот ребенка, пропажи, их озолочения, и то, что, как мне кажется, это связано с тем, что вот эта сделка с Модеем. Так. Опять резня. Тебе это разве не нравится? А смысл? Я же трезвый. Ну, тут сам виноват. Так, и что вы решаете? Я за то, чтобы пойти к ним. Ну, пошли. Ну, что мы там делать будем? Ну как, походим, поговорим, проберемся в подвал, все такое. Дьяволу поклоняться будем? Батю твоего встретить. Можешь поклоняться мне, я не против. Так. Ну, наполовину хотя бы. Так, ну что, идем? Ну, пошли. Окей. Вы спрашиваете у Дурнана направление, как пройти на виллу к Кассалантерам, и, ну, направляетесь в ту сторону. Правильно я понимаю? Ну да, если Диего не против. Надеюсь, что Диего не против. Диего, ты против? Нет. Отлично. Так, ну что, вы направляетесь на виллу к Кассалантерам и с удивлением обнаруживаете, что входные ворота, они приоткрыты, или, скажем так, не заперты, что позволяет вам... это не то чтобы парадный вход, но это тот вход, который был ближе всего к вам, когда вы шли из таверны. Вы открываете эти двери, заходите и оказываетесь в большом, очень красивом, ухоженном саду. А неподалеку от себя видите несколько построек, которые, собственно, и образуют из себя виллу этих самых Кассалантеров. Вот. Пока что вы находитесь в саду, все, что вы видите вокруг, это какие-то фонтаны, кустики, еще что-то. Цветочки, растения, бабочки летают. И чуть-чуть поодаль, буквально там в 100 метрах от себя впереди, вы видите, как две женщины стоят около какого-то куста и оттуда нарывают цветочки. А женщины какого типа? Я имею в виду, что они одеты богато, это прислуга или... Одна женщина одета богато, она стоит в украшениях, очень статная, красивая женщина. А вторая рядом с ней это... А рядом с ней стоит тифлинг, девушка-тифлинг, которая одета как, скажем так, ну,
Не то, что как прислуга, но намного проще, чем, чем вторая. Урт уже вперед убежал. Но мы идем в их сторону. Я нечаянно. Я немного этот как у Урта так придерживаю, короче, прям на долю секунды, пока Рантор идет вперед. И говорю, типа, давай... Да начнет наш более обаятельный друг, нежели мы. Начнет сначала. Так. А не по тебе нахер. Да. Ну смотри, закончим не очень хорошо. Это не то, где место. Не то место, где так можно как-то. Не, ну так-то у Урта, если что, 16 харизма. 18. А 18, ну тем более. 18? Почему 18? Сантиметрами мериться решили. Главное не сколько, а главное, как этим пользоваться. Я извиняюсь, в данный момент у тебя 3 харизмы, если что. Ага. Это же, ну типа в момент, когда я был этим уродцем, я же сейчас вернулся в обратную форму, нет? А, вы делали длинный отдых, да, точно. У тебя сколько было? 18. Это самый большой мой атрибут был. Не могло быть 18, а 16, наверное. 18 у тебя точно быть не могло. Нет. 18 у тебя было? У меня декстерити 17, харизма самая большая 18 была. Окей, хорошо, ладно. Вернулась. Давай, так. Ты поспал и вернулась. Хорошо. Дальше что у нас? Ну, вы подходите. Я подхожу, останавливаюсь поодаль и говорю, добрый день. Обращаюсь к даму. Дама, обе дамы на вас поворачиваются к вам, смотрят и говорят... Добрый день. Вы, наверное, гости моего мужа. Вы так ли? Я сразу подхватываю Арантору и говорю, добрый день, вы свидетели пришествия дьявольского. Верите ли вы в Бога нашего основы? Я сейчас не понял никого и ничего. Что? Урт, повтори, пожалуйста, тебя не было понятно. Угу. Чатик, измени его, слышно, говорю... чатик, напишите, пожалуйста. Добрый день, мы свидетели пришествия дьявольского. Верите ли вы в Бога нашего Асмодея? Я делаю шаг от Урта. Простите, это какая-то шутка. Если да, то она не смешная. Да кто? Что мне нужно? Я снова перевожу ее внимание на себя и говорю, прошу простить моего друга, он, скажем так, не совсем отошел от травмы недавней, психологической. Мы пришли познакомиться, я Арантора, я делаю грациозный поклон. Киньте, пожалуйста, все Wisdom Save. Я именно кину, сейв... я... потихоньку... Я кину, но я потихоньку ухожу к фонтанчику. Ага. Так. Unity, не condition. Сейв именно? Да. Saving throw. Wisdom saving throw. Видишь, как ребята кинули? Сейчас. Где это? Здесь должен быть. Так, ага. Я вижу. А вы можете рассказать мне, зачем вы здесь и кто вы такие? Но советую мне не врать. Я думала, что вы гость моего мужа, но... Мне кажется, я явно ошибалась. Мы недавно в городе, и я... Со всей учтивостью хочу познакомиться с элитой местной. Как я уже сказал, я Арантор.
Арантор. Приятно с вами познакомиться. С какой радостью вы хотите познакомиться с элитой? И кто вас вообще сюда пустил? Дверь была не заперта. К сожалению, прошу прощения, что мы без стука. Я... Как, она понимает же, да, что я тоже знать? Не знаю. Она смотрит, когда ты сказал, что дверь была не заперта, она посмотрела, знаешь, так косо на свою вот эту вот девушку-тифлинга и такая... Фессина, мне кажется, я просила тебя закрывать за собой ворота. Здесь не проходной двор. Мы самое влиятельное семейство в этом городе. Пожалуйста, пусть этого больше не повторится. Тифлинг молча кивнула и уходит в сторону ворот, чтобы их закрыть. Проходя мимо Диего, она так краем глаза его, знаешь, осмотрела снизу вверх и молча продолжила свой путь к воротам, чтобы их закрыть. Так, продолжаем разговор. Ну, я, собственно, представился. Так, вы не ответили на мой вопрос. С какой радостью вы должны знакомиться со знатью? И я еще раз повторю свой вопрос. Вы всегда так делаете, когда хотите с кем-то познакомиться, просто вламываетесь к нему? Я думала, вы гости моего мужа, но что-то, мне кажется, я ошибалась. А я могу в момент разговора незаметно вот перелезть через эту, я не знаю, забор и скрыться в сторону дома? Ага, охуенно, незаметно. Вот ты стоишь рядом с женщиной, и ты просто такой, незаметно перелезу через забор. Ну она же на Аранторна смотрит. Знаешь, с таким просто с покерфейсом такой, знаешь, просто как Гомеру. Как будто все нормально, перелезаешь через забор. Ты можешь попробовать? Я не, типа... Я могу обойти, но... Я не знаю, ты, если хочешь, можешь кинуть... Ну, давай так, я тебе сразу скажу. Незаметно не получится. Перелезть можешь, но она это заметит. Ладно, тогда обойти вот, типа, слева от меня. Ну, ты можешь... Опять же, все в твоей власти. Я сейчас представил, как Урт с каменным лицом, как Гомер Симпсон, уходит спиной в эти кустарник. Вот, я об этом и говорю. Чё мне кинули? Так. Что тебе кинуть? Да. Зачем? Ты хочешь уйти, ты просто уходишь. Тебе не надо чё кидать, ты просто себя перетаскивай и всё. Ты просто начинаешь отходить от неё, окей, хорошо. Она, ну, она смотрит так на тебя и говорит... Молодой человек, а можно спросить, куда вы направляетесь? Где у вас тут туалет? Какой туалет? Вы вообще понимаете, что где вы находитесь? Она смотрит на Рантора с недоумением, потому что она все еще ждет от него ответа. В парке. Рантор? Просто охуенно социальные люди. Может, начнешь боевку, а то неловко. Засали перед женщиной. Она вопросы задает, вы такие... И просто спиной уходите от нее. С троллем было попроще. Я напоминаю, что она задала тебе определенные вопросы и стоит, смотрит на тебя, ожидая ответа. Диего вообще где-то около фонтана писает в него, видимо, я не знаю. А Урт спиной пытается отойти от нее, типа, просто, знаешь, начинает отходить от нее спиной. Она немножко в непонятках. Я говорю снова, что ни в коем случае мы так не врываемся, однако вы понимаете, что сейчас... Очень неспокойные времена. Вы, возможно, слышали про атаки в городе, про взрывы. Я пытаюсь убедить ее, что мы пришли, чтобы ее предупредить. Что-то типа того.
чем вы хотите меня? О чем вы хотите меня предупредить? О том, что вы, возможно, слышали... Что? Вы, возможно, слышали то, что недавно было нападение на... Что? Что? Недавно было нападение на... Гралхундов. Я слышал. К несчастью, мы были там, и нам пришлось помочь им. А, Орланд рассказывал мне о приключениях, которые долей случая были у них в доме и помогли им отбиться от нападавших. Это были вы? Да, это были мы, и мы решили одновременно познакомиться с вами и предупредить о том, что такое может быть. Почему вы думаете, что мы можем быть в опасности? Кто угодно может быть в опасности. Такое время. А, я понял, Дим, спасибо. Да, я буду отключать голос. Но почему именно мы? Спасибо за предупреждение. Мы, конечно, усилим охрану. И спасибо вам за то, что помогли нашим друзьям. Они тоже как бы знали и часто бывают у нас на приемах, поэтому да, мы рады. Спасибо большое. Что-то еще? Скажите, а с вашим мужем можно переговорить? Или он не принимает гостей? Вы можете... Он не очень любит незваных гостей, но если это по каким-то вопросам безопасности, вы можете пойти в дом. Он находится у себя в кабинете. Моя служанка Тессина вас проводит. Благодарю. Откланиваюсь и иду в сторону Урта и Диего. Я продолжаю идти спиной назад и начинаю танцевать соблазнительный танец в этот момент. Почему я представляю вампиров из фильма What We Do in the Shadows? Надо устроить ему позорное шествие. Да. Ну что, вы отходите от Амалии, и она взглядом кивает своей тифлингу прислуги, чтобы она вас проводила. Тифлинг молча подходит к вам, кивает, чтобы вы следовали за ней. И она начинает идти в сторону дома, который вы можете заметить, что это очень большое поместье, очень красивое, с несколькими зданиями, все украшены лучшими сортами дерева, очень богатыми металлами. Тоже, знаете, вот экстерьер украшен. То есть дома выглядят прочно, красиво, со вкусом. И прям возникает ощущение, что это очень дорогой особняк. Девушка подходит к боковой двери дома. Это не парадный вход. Видимо, эта дверь была ближе, чем все остальные. Открывает ее и взглядом показывает вам, чтобы вы за ней пошли. Так, Урт. Передвинь меня, у меня опять из-за логова. Хорошо. Так, она заходит в прихожую, открывает дверь и проходит внутрь в гостиную. Опять же, в гостиной вы видите очень дорогие гобелены, картины. И разные артефакты, которые стоят на полках. На гобеленах, очевидно, рассказывается, и на картинах рассказывается история этой семьи, потому что вы видите несколько сценок, которые как бы сквозь время проходят. И, возможно, как бы, да, возможно, здесь и в книгах тоже есть какая-то история семьи, но, типа, это, знаете, такой вот зал славы этой семьи, посреди которого вы видите двух детей, которые сидят на полу и играются с чем-то, с какими-то игрушечками маленькими. При виде вас они подпрыгивают и радостно начинают о чем-то перешептываться. А тем временем Тессина, служанка, продолжает идти мимо детей, не обращая на них внимания, в сторону следующего зала. Когда вы проходите мимо детей, вы слышите, что они шепчут фразы, которые они очень, знаешь, так
Excited на вас смотрят и такие: ой, это, наверное, наши новые друзья. Блин, так здорово. Может быть, с ними подружиться, столько с ними играть будем, покажем, столько классно, классно. Вот. И они, знаешь, прям что-то хихикают, смотрят на вас и так, знаешь, переминаются с ноги на ногу, явно в предвкушении чего-то интересного. Вот. Девушка вас проводит в следующий зал, и через большие открытые дубовые двери... Так, Ур, ты все еще не можешь двигаться? Может, рестартнешь страницу, как Нельс, видишь, у него ему помогло. Ну, давай сейчас. Так, и она, значит, входит дальше, в следующий зал. И прямо подходит к кабинету, видимо. Судя по дверям, это кабинет. Она кивает вам в сторону этого кабинета и удаляется. Мы сейчас можем сделать небольшую паузу, чтобы Курт пока перезагрузился? Да, конечно. Угу. Вот я сейчас просто отойду на пару секунд. Хорошо, я тоже отойду на пару секунд. Сейчас, ребят, туалетная пауза небольшая. Так, я здесь. Все здесь? Кто здесь? Я тут. Так. А где Урт? Куда ты пропал? Ты двигаться можешь? Ну, я могу, да, двигаться. Все, супер. В целом. Посмотримся, как будет. А? Что говоришь? Пока что все хорошо, но там посмотрим, как будет. Можешь опять залагать. Ага, я понял. Ждем, пока придет Диего и Арантур. Кто-то что-то сказал? Диего ждать не надо, он пришел. А, все, отлично. Хорошо, ждем тогда Арантура. Пока как бы вы зашли в этот кабинет, вы зашли в эту комнатку, которая перед кабинетом, вот, и можете как бы, да, осмотреться. Вы видите, вокруг на стенах висят какие-то, опять же, картины, гобелены, трофеи военные, вот, висят головы, вот эти вот не военные, а охотничьи трофеи. Все очень красиво, со вкусом, в таких багровых цветах, очень, знаешь, классно оформленный, оформлена такая прихожая. Рантор, ты здесь? Да, я тут. Отлично. Перед вами дверь в кабинет к, собственно, хозяину поместья. Вот. Если вы хотите туда войти, можете постучаться и войти. Я подхожу и стучусь.
Ага, хорошо. Если что, вы все это время слышите, как детишки хихикают и из-за угла за вами подглядывают. Знаешь, так, типа, как дети это любят делать, так, наперебой, из-за угла, вот. Ты стучишься, и что делаешь? И жду ответа. Угу. Ты постучался в дверь и слышишь, как из-за двери грозный мужской голос спрашивает: «Кто там? Войдите». «Прошу прощения». С той стороны открывается дверь, вы видите, как пожилой тифлинг, довольно-таки с седыми волосами, белокожий с белыми рогами такой тифлинг, открывает вам дверь и с недоумением смотрит на вас, типа, что это за хрень? За столом сидит мужчина, который перебирает что-то в бумагах, пишет что-то в журнале. И он, поднимая голову, смотрит на вас точно так же с недоумением. Он довольно статный, в очень дорогих одеждах. У него черные волосы, красивое такое, очень красивое лицо статное. И по телосложению можете понять, что он довольно-таки, ну, знаешь, не задохлик. Вот. А вы проходите в комнату и смотрите, соответственно, на него. Ну, вы же все проходите, как хотите. Вот, смотрите на него, он смотрит на вас с недоумением и как бы спрашивает: «Вы кто такие?» «Я Рантор, а это, указываю на спутников, Диего и Урт». Когда я говорю «Урт», я делаю небольшую паузу, чтобы... Я болел. Думать. Мы пришли к вам... Я спрашиваю, кто вы такие и что вы здесь делаете? Мы пришли к вам, чтобы с известием, которое, возможно, вы знаете, по поводу Гралхундов. Что с ними? Вы не слышали о нападении? Естественно, я слышал о нападении. Вот. Что так с вот ними? Что вы хотите мне сказать? Мы от них, мы помогли им, и поэтому решили... И что, скажем, вы думаете, так, что я должен вам заплатить денег за то, что вы помогли моим друзьям? Ни в коем случае, ни в коем случае. Деньги нам не нужны. Тогда что вы здесь забыли? Кто вас вообще пустил сюда? Он смотрит с недоумением на своего этого, на своего слугу и говорит: «Вилфорд, какого хера? Кто их сюда пустил?» «Ваша супруга сказала, что мы можем обратиться к вам». «Амалия? Откуда вы... Откуда вы с ней знакомы?» «Мы пересекались с ней». «Что значит пересекались с ней?» «Мы пересеклись с ней, когда проходили...» «Мы...» «Куда проходили?» «Так, мне кажется, вы выдумываете историю на ходу. Вилфорд, пожалуйста, проследи за тем, чтобы эти чудаки покинули мое поместье». В этот момент Вилфорд начинает, знаешь, так он кивает и начинает как бы идти в вашу сторону, чтобы вас, знаешь, так выпроводить. Вопрос как мастеру. Напомни, у Гралхундов я видел эти, господи, балахоны. Они были асмодеевские или нет? Ну, на них символ был, помнишь? Да. Это был так, тот же символ с треугольниками или там что-то другое было? Можешь напомнить? Да. Это он же, да, был? Да. Я миную... как зовут этого тифлинга? Я забыл. Вилфорда. Прохожу мимо, подхожу к столу и говорю, что я здесь по делу великого мистера А. И... Кинь убеждение, ну, так... пожалуйста. Можно опять крит, пожалуйста. Persuasion. Я потихоньку, короче, выхожу из этого. Да хватит ливать! Так, а Урт, ты что делаешь? Я внимательно наблюдаю за всем этим безобразием. Ну, ты сейчас стоишь вне комнаты, ты просто смотришь? Я так из-за угла выглядываю немножко. Ага, хорошо.
Перед тобой сейчас дверь закрыть могут. Вот да, Викторион на тебя смотрит и как бы кивает Вилфорду и такой: Вилфорд, оставьте, пожалуйста, дверь закрытой. Вильфорд подходит и перед вашими носами закрывает дверь. Так. Я стучусь в дверь. Позволите моим спутникам зайти, они со мной, и все в порядке. Викторио смотрит, кивает Вильфорду, и тот открывает дверь. Я смотрю в комнату. Вы собрались со мной шутки шутить? Я Урту показываю, давай заходи. С очень недовольным лицом захожу. Вильфорд смотрит, что Диего в комнату не заходит, и смотрит на Викторию. Викторию смотрит на Вильфорда и говорит, что... Я аккуратно просто говорю следом. Я всего лишь Локи в этих делах. Я предпочел бы оставить свою совесть более чистой. И меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Молча просто перед тобой закрывается дверь, просто молча. И остаешься за пределами комнаты. Викторио сидит, поднимает глаза, смотрит на тебя и спрашивает. Ну? Так вот, по поводу господина А. Я не так давно в городе, однако я уже давно, скажем так, знаком с этим всем. Поэтому я пришел, чтобы познакомиться и отдать вам честь. Я, как я сказал, Арантор. Викторио Кассалантор. Не могу сказать, что очень приятно. Но теперь мы хотя бы знакомы. А что-то еще вы хотели? Что-то еще узнать? Да, скажите. Есть такое дело, мы... Вы наверняка же слышали про камень. Продолжай. Про камень Галора. Что насчет камня Галора? Кажется, я знаю, как разгадать тайну этого камня. Ты? Откуда тебе-то это знать? Прошу оставить это мне. Я просто знаю, как его разгадать. А вы знаете, где он? Допустим. Что там Нильс кидает? Это не важно. Мы, я думаю, можем быть друг другу полезными. Я не совсем понимаю, что вы о себе возомнили, но если вы мне сейчас же не расскажете, что вы имеете в виду без всяких инсинуаций, я прослежу за тем, чтобы вас выгнали с моей виллы и больше никогда сюда не пускали. Есть три камня. Но вы, наверное, это и без меня знаете, если держали сам камень Галора. Так вот, пазл сходится, если три камня совместить с одним большим камнем. И у меня, как получилось, есть эти камни. У тебя есть все три камня? Ну, да. Я смотрю в сторону. Ну, на Урза в том числе, чтобы... Что? Докажи мне это.
Ну, опять же, во славу господина А. Я знаю, что где-то у вас недалеко кукла. Где-то, наверное, под подземелье, под этим домом. Так. Камни у вас с собой? Ну, конечно же, нет. Угу. А, Вилли Форд. Если бы я носил все три камня с собой, я бы, думаю, уже лежал бы где-нибудь в канаве. Это правда. Это правда. А, Вилли Форд, проследи, пожалуйста, за нашими гостями. Я схожу за Амалией. Мне надо кое-что с ней обсудить. Он выходит, открывает дверь, выходит, а Вилли Форд как бы выходит в коридор и закрывает за собой дверь. Вы остаетесь как бы в комнате. Вот. А Витория уходит к своей жене, видимо, в сад. Что-то с ней обсудить. Угу. Тем временем Вилли Форд подходит, выходит из комнаты и немножко с недоумением смотрит на то, что в это время, все это время монах общался с детьми и стоял. Видимо, это как-то непривычно для него. И настаивает на том, чтобы монах тоже прошел в ту комнату, чтобы все гости были в одном месте и как бы за ними было проще уследить. Я смотрю на Ранторна с взглядом. Вот. Нам кажется, пизда. Теперь вы находитесь все в кабинете. Вилли Форд стоит у двери, а вы все, собственно, находитесь в кабинете. Пока Вилли Форд выходил, и дверь была закрыта, пока Диего не вошел, я могу... Я смог успеть посмотреть что-нибудь, что есть на столе, что могло бы привлечь внимание? Ты осматриваешь стол, можешь кинуть мне observation. Perception? Да. Ты замечаешь на столе несколько артефактов, какие-то перья, несколько листков бумаги, печать семейную дома Касалантеров, немножко воска. Вот, но перед тем, как выйти из кабинета, Виторио, он же писал в дневнике все это время, он этот дневник как бы убрал в стол, в ящик и запер его на ключ, вот, и вышел. Угу. Вот. Ну, то есть особо ничего такого? Да, больше ничего такого на столе нет, кроме того, что я писал. Угу. Я делаю шаг к Вилли Форду и так. Говорю, скажите нам, каков мастер Виторио? Вилли Форд стоит, молчит, и он... Нет, он просто на тебя смотрит, он молчит. То есть он не хочет отвечать или просто как... По его виду ты можешь сказать, что у него старая какая-то такая военная выдержка, и он просто выполняет приказы, молчит и не собирается с тобой общаться. Угу. Тогда я сажусь в креслицу. Окей. Или на диванчик. Так, Урт, Диего. Я подхожу к Ранторну сзади и начинаю массировать ему плечи. Так. Стою, подпираю стену, короче. Стоишь, насколько хорошо стену? Так. Насколько хорошо мне массируют плечи? Отлично массируют плечи, ты расслабляешься. И я не отказываюсь от этого. Не отказываешься, да. Ты невольно ловишь себя на мысли, что тебе это очень нравится, и почему раньше ты не просил Урта массировать тебе плечи. Я смотрю на дворецкого и говорю, дорогой мой друг, не хочешь так же? Он даже вообще в лице не поменялся. Он просто смотрит... знаешь, так в одну точку, пытаясь держать всю комнату в поле обозрения своего. Диего, что ты делаешь, ты сказал? Подпираю стенку. Подпираешь стенку. Хорошо, вы просто так стоите, как бы ничего не делаете, правильно?
В этот момент вы слышите, как за дверью что-то разбивается. То ли стекло, то ли ваза, то ли еще что-то. Что-то, в общем, разбилось. И в этот момент Виллифорд, ну, реагируя на этот шум, смотрит на вас и, знаешь так, открывает дверь и выглядывает, как бы выходит в коридор. Он в дверях стоит или нет? Да, он стоит в дверях и смотрит в коридор. Бросаю стелс. Получается. Так. Так, сейчас. Ну, можешь с адвентаджа бросить, потому что он как бы отвлечен. А что под нами? Вот это где шахматная плитка. Там чего? Туалет. Там туалет, да. А, на туалет? И, короче, аккуратным шагом вдоль стеночки подхожу этот, как его, к ящику. Так. Ну, к столу, точнее. Так. Этот, как его... Здесь как раз-таки в один из ящиков, ну, в котором должен быть дневник, открываю аккуратненько. Он заперт на ключ. Ага, он заперт на ключ. Тогда я шагаю назад на место. Эх, был бы у вас кто-то, кто мог замки вскрывать, да? Да. Ну, например, да, вот был бы кто-нибудь. Да, блин. Вот Айрон с ёлкиным дыханием нету. Да. Ну, я хожу, пытаюсь скрыть замок, наверное. Стелс надо чинить, наверное. Так. Смотри, если ты хочешь попытаться один раз вскрыть замок, ты можешь не кидать стелс. Если ты хочешь попытаться несколько раз, то надо будет стелс кинуть, да? Ну, давай на всякий случай несколько раз. Так, один раз кинул, все нормально, ты прошел. Теперь ты, я напоминаю, ты можешь с помощью своих Thieves Tools кинуть и добавить Proficiency бонус к своему броску. В это время Диего просто стоит у стенки и, короче, крестится. Вот просто крестится с закрытыми глазами. Крестится, блядь. Нет, Нокри, он пытается не привлечь внимание дворецкого. Так, ну что, кидай. А как скинуть? Точно так же. Открываешь инвентарь, наводишь все. Давай, я сделаю. Вот. Вот так вот это кидается. Все нормально, да. Ты смог открыть замок в этот момент. Давай так, краем глаза вы видите, что дворецкий, осмотрев, что произошло в гостиной, он отчитывает детей за то, что они опять хулиганят и что-то разбили. Но он не собирается, знаешь, сильно отвлекаться. И вы замечаете, что он вот уже пытается обратно повернуться и зайти обратно в комнату в этот момент. Я У вас есть буквально доля секунды, чтобы среагировать на это. Делаю шаг навстречу нему, поддергиваю ранторну просто этот какого. Да, рядом этот какого стать. Я так понял, Вилфорду говорю, я так понял, вы такие же руки, как и я, в принципе, в этом деле. Такие же что? Руки, как и я. Ну, немного продлить, короче, стараюсь. Ну, диалог ни о чем. Я говорю, я такие же руки в этом деле, как и вы, в принципе. Он поворачивается, смотрит на вас и такой... Руки? Что? Урт? Надо быстро... Открываю ящик. Ой, быстро открываю ящик. Так. И что там? Ты открываешь ящик, в нем лежит дневник Виторио Кассалантера, в котором он писал, когда вы вошли в комнату. Отлично, беру дневник, засовываю себе под что-то, я не знаю, штаны. Так. Закрываю ящик. В целом, я отхожу. Ну, отходи, окей. Так, в этот момент... В этот момент слуга смотрит через... Да-да. Продолжаю диалог немного. Я так понимаю, мне здесь действительно нечего делать. К тому же
Максимум, что я могу сделать в этом доме, это отвлечь детей и развлечь их, не более. Поэтому я с ними и общался. Тем более, я в данном случае я безобиден. Я являюсь как-то монахом одного из орденов, так что можете не переживать. Говорить вам, в принципе, стоит иметь дело с моим коллегой, указывая на него, типа, поэтому я его подтянул. Ты видишь, как из-за спины Вилфорда подходят Виторио и Амалия Касалантеры и заходит, как бы, он кладет, знаешь, руку на плечо этому Вилфорду, говорит, спасибо, Вилфорд, дальше мы сами. И они заходят в комнату, и Вилфорд откланивается и уходит во двор. Через дверь, которую он открыл, он выходит во двор. Виторио подходит к своему столу, садится рядом с ним Амалия. Они смотрят на вас и говорят: «Рантор, так? Верно же?» «Да, все так». «Позвольте нам остаться с вами наедине». «Я только с плесными руками, я здесь изначально был, как бы ни при чем, говорю. Ну, не говорю, а показываю всем телом». Но вы выходите из комнаты или что? Да. Хорошо. А за вами дверь закрывается сама собой. То есть просто захлопывается дверь. А оставшись наедине, Виторио и Амалия Касалантер, знаешь, она обходит тебя как бы сзади, встает вот здесь вот. А он садится на свое место, смотрит на тебя и говорит: «Ну что же, дорогой Рантор, расскажи-ка мне, пожалуйста, подробнее про мистера А, про то, как ты об этом узнал, и про то вообще, что же ты все-таки здесь делаешь, потому что моя супруга говорит мне, что очень уж много ты любишь врать». «Я ни в коем случае не вру. Я знаю, что камень... Я знал, что камень у кого-то в этом городе. И сейчас я предполагаю, что он у вас». «Даже если бы камень был у нас, я спрашиваю тебя не об этом». «А так ли важно, кто я, если мы друг другу можем быть полезны?» «Я предпочитаю не иметь дела с теми, о ком я ничего не знаю». Мы на секундочку переносимся в холл, где стоят детишки Урт и Нельс. И Диего. Я подхожу к детям и начинаю рассказывать, в принципе, этот, как его, там, всякие сказки, истории, короче, которые у нас этот, как его, ну, как бы, рассказывают, ну, не у нас, точнее, а которые я, в принципе, слышал. Ну, монастырей не так много, но, в принципе, по подкитаниям нормально были истории. Да, мы все понимаем. Вам удалось дневник достать. Что там папа прячет? Он всегда нас так ругает, когда мы его находим и пытаемся забрать. Один раз вообще запер нас на чердаке. Что там? Что же он там такого прячет? Подтягиваю Урта, короче, этот, как вот, и, короче, этот, как его, типа, доставай этот, как его, говорю. Ну, не говорю, а... Меня не смущает наличие служанки рядом? Какой служанки? Это двое детей. Нет, нет, а у это... меня стоит тифлинг. Где? Ну, на экране буквально рядом с детьми. Нет, ты можешь посмотреть на стрим, рядом с детьми никого нет. Странно. Какой, ну, тифлинг? Ладно. Ну, которая ворота закрывала, вот это в начале, которая стояла вместе с женой. Можешь обновить экран, ее нету рядом. Да ладно уже. Так, и я подхожу к детям, достаю дневник, ладно, так уж и быть, и говорю: «Дети, а вы любите играть?» «Подожди, давай посмотрим самое интересное, короче». Беру у него дневник, подожди, поворачиваюсь. «Мы любим играть». «А вы любите разыгрывать родителей?» «Обожаем.
Здесь так скучно, у родителей постоянно дела, какие-то гости. Постоянно приходит народ в каких-то красных одеяниях. Нам так скучно с ними. Обожаем розыгрыши. Вы знаете то, что ваши родители, ну, как и вы, тифлинги и очень любят огонь. Кто? Забейте. Давай посмотрим, давайте посмотрим, что же там такого интересного. Дневник мы потом оставим вам. Только оставить потом. Есть идея. Месте. На заднем дворе жесть сена. Вот смеху-то будет. Что? Не стоит. Поджечь сено? Я, короче, выхватываю дневник из рук Аранторы и листаю этот на страницу, где этот как он последнее, что писал. Ну и с детьми смотрю на это время. Последние записи дневника гласят о том, что он просто, скажем так, он писал список людей, которые будут на следующем собрании культа, и когда это собрание, собственно, проходит. Также у него на последней странице обозначена дата, ну вот, которую он писал. И эта дата 10 дней от того момента, вот, где вы сейчас находитесь, и она обведена красным. И жирно написано, обведена красным, и рядом стоит восклицательный знак. Гралхунды, а есть списки? Просто быстро смотрю. Да. Бегло. А сколько человек в списке? Много? Ну, в общем, там человек 70, не знаю, там 80, 20, 10. То, что ты видишь, на первый взгляд около 30 человек. Ага. Ваши родители проводят встречи с друзьями. А вам они играть разрешают, короче, так невзначай? Ну, с друзьями, в смысле. Детей спрашиваю. Нет, все гости постоянно ходят в подвал, откуда доносятся жуткие стоны. Нас туда не пускают. Мы очень хотели как-то пробраться, посмотреть, но с тех пор, как Асвальдо пропал, нас не пускают туда. Родители сказали, что он уехал учиться куда-то в заморские страны. И вот с тех пор, к сожалению, вот нас не пускают в подвал. Особенно, когда там друзья родителей. Там, короче, указаны даты хотя бы какие-то, текущую дату он отмечает, на текущем листе есть? Да, да. А перелистываю на несколько дней назад, когда был как раз-таки камень украден. Ну, не украден, а куклу вот эту вот подрезана примерно была. То есть, когда она сбежала. Ты видишь запись того дня, где указано, что кукла Гралхундов, там прям так и написано, что кукла Гралхундов успешно добралась до нас. Вместе с камнем все хорошо, она в безопасности. Угу. Перелистываю там чуть страничку дальше. Там описываются события того, что произошло на вилле Гралхундов, и в конце вот эта вот ремарка. Ага. Все, дети, дневник ваш, но запомните, чтобы сильно не навлечь себе на себя гнев родителей, оставьте его где-нибудь в незаметном месте, где папа его мог оставить. Можете В этот момент мы переносимся в комнату обратно и даем слово Арантору. Ну, это происходит параллельно, вы поняли. Арантор. Арантор, ты здесь? Блин, а я тут уже... А я тут вещаю уже. Давай. Неважно, кто я. Главное, что у нас, возможно, есть вещи, которые нужны друг другу. Вы можете говорить прямо, а не юлить? Меня это уже у вас есть камень, у меня есть камни. Что вам понятнее? Нужно? Мне нужно, как вы можете догадаться, камень. Я юлить не буду, мне нужен камень. Зачем нам отдавать вам камень? Встречный вопрос, а зачем мне бы отдавать вам камни?
Я предлагаю прийти к компромиссу. Какого рода компромисс вы видите в этой ситуации? Мы используем наши общие камни, после чего каждый остается, ну, знаете как, каждый уходит в плюсе, в равнозначном плюсе. Так, хорошо. В этот момент, Диего, вы отдали дневник детям, правильно? Диего? Ребят, вы здесь, нет? Да, да, я отдал, но я не знаю, перехватывал у меня его из рук или нет. Нет, зачем он мне? Хорошо, если вы отдали дневник только... детям... Да. У меня есть что-то типа зажигалки, там, я не знаю, кремень какой-нибудь? Ну, у тебя есть инвентарь, в который ты можешь посмотреть и увидеть, что у тебя есть. В этот момент, ну, вы отдали дневник детям, и они бросились сразу его читать. Увидев, они перелистывают, ты видишь, сильно назад этот дневник, и увидев какие-то записи, они, как сказать... не всхлипывают, а удивленно так, знаешь, удивленно и в страхе вскрикивают и несутся к двери родительского кабинета, распахивают ее и вбегают внутрь. В этот момент, соответственно, оба родителя Косолана... Остановить я их успеваю, нет? Ну нет, они рядом с дверью прям стояли. Окей. Даже если ты одного успеешь остановить, второй забежит. Вот. Ну, если вы оба хотите попробовать их остановить, можете попробовать оба их остановить. Попробуем оба их остановить. Так, хорошо. Ну, кидайте тогда... не знаю, что. Подожди. Если вы хотите их остановить, ну, кидайте тогда ловкость, чтобы они маленькие, их поймать надо. Так. Ну, вы ловите одного, причем его ловит Урт. А ребенок, который как бы второй, пробегает все-таки в комнату с дневником в руках. Ну и как бы второго держать смысла нет, поэтому она тоже пробегает. Урт просто. Они забегают в комнату и прерывают разговоры Рантора, Виторио и Амалии в тот момент. Виторио замечает в... в руках детей дневник, а также замечает слезы на их щеках, и они трясут этим дневником, бросают его, знаешь, в сторону отца, и такие: «Мы знали, это правда, это что, правда?» Вот. В этот момент Амалия стоит, наблюдает за всем этим, и... сейчас. Секундочку, ролл сделаю. Понятно. Ролл не получается. Хорошо. Амалия говорит, что... Сейчас. Виторио не знает. Неудачно получилось. Я позабочусь об этом. Позаботься о наших гостях, пожалуйста. После этого она... кастует какое-то заклинание невербальное на детей, и они успокаиваются моментально. После чего она берет их нежно за плечи и выводит из комнаты. Виторио, сидя за столом в этот момент, голосом приглашает оставшихся гостей и Диего и Урта войти в комнату. Вы видите на его лице явный стресс, у него начинает пот течь со лба. Вы приемные? Нет, не вы приемные. Он приглашает вас войти в комнату остальных. Ну, мы входим в комнату. Виторио сидит за столом и, знаешь, так явно в стрессе потирает лоб. И вы украли мой дневник. Угу. Так... Рано или поздно это должно было случиться.
что вы успели прочитать? Я смотрю на Урта и Диего. То, что нам было интересно. Я делаю максимально непонимающее лицо, о чем он говорит. Что вы успели прочитать? Все, что нам было интересно. Не играйте со мной в игры. Вы на волоске сейчас. Я не умею читать. Он смотрит. Мы знаем, где, что и когда. Так, секунду. Сделай мне, пожалуйста, saving throw на wisdom. Кто именно? Диего. Виторио кастует на тебя команд и велит тебе подойти. Также еще раз повторяю тебе, говори. Мы знаем, какая кукла, где она, когда будет следующая встреча. Догадываемся, возможно, что будет на ней. Это все? Да. Так, ладно, мне проще будет с вами скооперироваться. 6 лет назад моя семья в ходе неких событий утратила свою силу, власть и деньги. К сожалению, это было ключевое, что в нашей семье было в тот момент. И всеми любыми, больно вспоминать. Любыми способами мы хотели вернуть наше состояние. Как вы могли догадаться, мы состоим в культе Асмодея. Можно я облегчу вашу участь? Да. Я уже догадываюсь, какой ценой была сделка. И мы догадываемся, что было сделано, что вы получили взамен этой сделки, при этой сделке. Но и что нам же? Больше. Давайте перелистнем неприятную страницу. Я не могу перелистнуть неприятную страницу, потому что ровно через 10 дней случится то же самое. И с моими остальными детьми, потому что им исполнится 9 лет. Так что, если вы хотите получить камень, я прошу вашей помощи. Мои условия таковы. Во-первых, помогите нам избавиться от настоятеля культа. Потому что она контролирует все наши действия на данный момент. Надеюсь, это не ваша жена. Нет, это не наша жена. А во-вторых, нам нужна половина награды, которую мы получим за камень. Половина сокровищ. Единственный способ прекратить связь с Асмодеем – это откупиться от него. Нам нужна половина сокровищ, которые вы найдете. Если вы согласны на это и на то, что вы поможете нам избавиться от настоятельницы культа, тогда я отдам вам камень. Где гарантия, что вы не всадите нам нож в спину? Ему невыгодно это. Посмотри на его отчаяние.
Дорогой мой, он готов, Тор, он готов на все ради своих детей. Через 10 дней с моими детьми случится то, что я даже обсуждать не хочу. Вы сами, может быть, догадываетесь. Как вы думаете, мне есть смысл всаживать вам нож в спину? Если уж я решил поделиться своей тайной с первыми встречными, которые украли мой дневник. Если бы не ваша помощь Гралхундам, я хотя бы знаю, что вы способны на что-то. Вы согласны или нет? Я глядя, гляжу на Арантора и киваю головой этот такой немного так. Я поддерживаю этот кивок и также киваю в ответ. Может, ты ему руку протянешь? Может, протянешь руку ему? Ты договаривался со всем. Такое неловкое молчание. Виторио краем глаза смотрит на Урта, на его реакцию, что он скажет. Я смотрю ему прямо в глаза. Говорю, хорошо, сладкий. Что? Я подхожу к Виторию и говорю, не обращай внимания на Урта. У него травма. И протягиваю руку. Виторио выдыхает и смотрит тебе в глаза прямиком. И пожимает руку тебе. Вы можете найти вход в подвал чуть ниже. Сейчас. Вы можете найти вход в подвал в комнате перед входом в кабинет. Моя жена вам покажет. В подвале вы найдете настоятельницу культа, потому что сейчас идут приготовления к встрече, которая должна быть сегодня вечером. Избавившись от настоятельницы, нам будет проще кооперировать и подготовить разрыв сделки с Асмодеем. Что нас ждет в подвале, кроме настоятельницы? Ничего. Пара культистов и она. Больше там никого сейчас нет. Ах да. Я вам не советую заходить в комнату с темницей. Почему? Может, это темница? Там мой сын. Это все, что он может выдавить из себя. Его лицо очень сильно темнеет, и на глазах выступают слезы. Я молча иду к двери. Я иду за Ранторном. Вы видите, что дети... Здесь у стены стоят кресла, в которых дети спят. Видимо, мать наложила на них какое-то заклятие, и они немножко, знаешь, так вздремнули, лежат. Амалия все это время стояла за дверью и слышала все, о чем вы говорили, и она молча просто проходит вот сюда и показывает вот этот красный, видите, шкаф такой стоит, она на него указывает вам. И вы, подходя к шкафу, он немножко отъезжает в сторону, открывая за собой проход в подвал. Ну, вопрос, мы сейчас пойдем или все-таки сейвиться будем? Ну, мы сейвовываем и зайдем. Там не то, что прям нет, очень много. Там не получится зайти или... Не, вы, если вы мне скажете, что спускаетесь в подвал, я перенесу вас в подвал. Не, типа сейчас просто бой, дальше сцены пойдут и как бы... Ну типа да, если бой, то нам бы Айрон подождать. Да, да, да. Вот. В этом плане. Плюс звучит как плюс-минус финалочка. Да, сейф, наверное, все-таки. Не, это не финалочка, если что. Не-не-не, сейф на текущую сессию имеется в виду. Все. Что значит сейф на текущую сессию? Типа вы хотите все закончить? Да. Но у нас четвертый игрок отсутствует, плюс у нас сейчас реально, скорее всего, долгие эти пойдут, как его.
Если хотите закончить сессию, давайте, хорошо. Просто... А то Айрон пропустит все веселье. Вы да, все, логично. Да? Но я бы оставил дальше, чтобы повеселиться дальше. Окей. Просто логический кусок с куклой мы как бы подвели к итогу, и сейчас вот как раз-таки он будет разрешаться в следующей сессии, наверное, двух максимум. Окей, ну тогда что, тогда мы заканчиваем на сегодня? Я думаю, да. Ну, окей. Наверное, да. Или... Вот так, неожиданно у нас сегодня заканчивается, ребята решили засейвиться перед следующей сессией. Сейчас я переключу камеру. Вот так вот. Смотрите как, ребятки, а? Бодренько сегодня. Так, ну что, рассказывайте, как вам сегодня понравилось, не понравилось? В самом начале, когда мы бились с троллем и все время друг по другу промахивались, мне это напомнило... этот, господи, сцену в «Голом пистолете», где они сидят друг напротив друга и перестреливаются. За этими, за баками? За боч, да-да-да, за баками. Да-да-да, забавно было. Но в остальном прикольно. Жаль, правда, Айрон не было. Если что, тебя не слышно. Так, сейчас должно быть слышно. Да, вот сейчас хорошо. Я закрыл voice mod и забыл, что у меня он стоит в качестве микрофона. Да, спасибо, Клопанда, ты все понял. Так вот, да, я говорил, что Марина не будет, по-моему, две недели с лишним. Не факт, что она появится к следующему разу. Но, если что, как бы я знал, что сегодня ее не будет. И все эти... все встречи с противниками по сложности подделал под это. Но ничего страшного, ладно. А уже собрали на следующую главу, что ли? Кстати, я не видел. Я не видел. Если нет, то пару недель нормально. Сейчас посмотрю, подожди. По-моему, не собрали еще. Сейчас посмотрим, подожди. Так. Нет, не собрали еще. Не собрали еще. Вон 5 косарей с чем-то. Вот. Ну что, нормально сегодня? Все понравилось? Чатик, вам как? Рассказывайте. Ничего, можно плюс 45 культистов и норм по сложности, я понял. Но в целом, как сегодня? Понравилось, нет? В плане там сюжета, в плане вот этого всего. Чат? Ой, в смысле не чат, а эти ребята. А, я думал... Я думал, ты общаешься с чатом. Нет, я у вас спрашиваю. А, мне все понравилось. Чат-то напишет, вы-то говорите, чат-то напишет. Мне все понравилось. Нормально. Вот. Боевка прикольная была, тролль, конечно... Не знаю, он как-то... Мне казалось, он должен прям размотать нас. Ну, размотал Айрон, но... Ты видел, что он промахивался постоянно по вам? Да, мы все промахивались. Он попал-то всего два раза, собственно, поэтому он и размотал. Поэтому ну, он вот и да. Не размотал, потому что он попал всего два раза по вам. Вот, а в основном, слушай, в остальном прикольно. Вот. Окей. Но с женщиной было сложнее, чем с троллем. Да, что-то вы на словах это самое, а на деле это самое. Я подхожу, начинаю говорить, и все такие топ-топ-топ-топ уходят за кусты спиной вперед. Ну, понятно. Ну да, что нам говорить? Команда. Короче... Я тебе потом скажу, в чем прикол весь. Короче, да, на самом деле Диего молодец, все четко делал. Спасибо вам большое, да, было здорово. Вот, что-то я хотел сказать. Я хотел сказать, что у нас розыгрыш тогда будет на следующей неделе на Бусте. То есть это будет все еще июльский, но мы сделаем его в среду или что-нибудь типа этого. Вот, поэтому у вас есть еще время подписаться. Поскольку ребята сегодня закончили чуть раньше... В следующий раз либо будет длинная сессия, чтобы закончить, или придется разбить на две поменьше. Мы посмотрим.
Но вообще планировалось, что следующая будет финалочка, поэтому мы посмотрим, что с этим делать. Окей? Угу. Супер. Отлично. Спасибо вам всем большое. До новых встреч. Увидимся с вами. Смотрите, мы увидимся с вами, скорее всего, в среду. Скорее всего, в среду увидимся. А потом в четверг я запущу вообще пораньше. Я запущу около 8 часов вечера по МСК. И будем с вами врываться в Baldur's Gate в четверг. Вот, я взял полдня отпуска. Вот, специально запущу пораньше и будем с вами врываться в Baldur's Gate. Я думаю, что мы 9 часов будем создавать персонажа. Вот. А потом еще 9 часов читать диалоги. Вот, как-то так. Так что приходите в четверг, все будет хорошо. А в среду мы будем с вами разыгрывать, делать розыгрыш на Boosty и прочую такую мишуру. Вот. Спасибо вам всем огромное. Обнимаю. Целую. Ну и увидимся. Правильно? Угу. Всем пока. Встречи. Да, все, спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Пока.